Всем доброго времени суток, с вами снова Игорь. Если мы рассматривали в предыдущих видео, продолжаем тему билдинга и строительства в DnDRPG игре Never Winter Nights, расширенное издание. Собственно, если мы вчера, то есть в предыдущих видео, я уже закончил с этой темой, рассматривали видео, билда, извините, пожалуйста, момент. Потому что только проснулся. Сейчас соображу и будет все нормально, извиняюсь за это отступление. Если мы в предыдущих видео, и предыдущие не рассматривали видео на билды на поглощение урона, вот они, то теперь будет антипоглощение урона билд, пробивание. Здесь такой неимоверный дамаг еще сразу с огр, вы сейчас сами просто обалдеете. Я сам в шоке был и кумекал тут, ну извините за невестский деревенский вор, постараюсь реже использовать такие вот эпитеты, выражения. Ломал голову, ну как тут, размышлял над данным билдом полдня, пару часов. И строил, переделывал его несколько раз. В итоге получился дамаг, вы просто не поверите, ну, я сам не поверил, глазам. У меня аж слезы наворачиваются на глазах. Но опять эпитеты, ну я уже не знаю. Дамаг за 50 без критов, каждый удар. То есть пробьет любой дамаг редукшн, все, которые есть на сервере, или там с вещей, или даже максимальный с 30 уровня, какой здесь на сервере, пробьет, я вам гарантирую, все. Вот это, но сейчас вы увидите сами, 20 плюс 20, даже больше сипа будет дамаг. 20 плюс 20 от этих, 1, 20 плюс 20, это уже 40. А, 20 плюс 30, это без сипа, за 50, уже просто так дамаги будут проходить, без крафта. А с крафтом, я не знаю, это антидамаг. У него еще не забываем, что кистрайк есть. Сейчас я еще не доделываю чуть. У нас будет бард, я и барда вообще редко, для меня это был очень сложный билд. Он сложен в построении и правильном распределении всех навыков, умений и так далее. Я вам все покажу и расскажу, как это работает и как правильно. Вот overpower critical у нас есть. У нас есть improved power attack и па. Чтобы дамаг еще был больше, он и так неимоверно большой. Вот я давно хотел потестировать Red Dragon Disciples. У нас есть от барда курсе сонг проклятия, проклятая сонга. Песня проклятия. Вот не забываем, что перформ надо. И вот самый прикол в том, что все-таки я ошибся. Вот в это важно не то, что тут значение. Вот именно, что перформ. О, тут почему-то 10 у меня всего. А от харизмы еще идет. Не меньше 12 надо, чтобы вот здесь вот было значение. Вот. Вот именно тут в скилле. Сейчас все покажу. А на чарактере, чтобы именно в чарактере листе там вот, сейчас мы C букву нажимаем, вчера. Не меньше, чтобы вот там вот 9, вот, наверное, у нас 3 уровня всего будет до барда. Да, барда. Вот 3 уровня, чтобы ред дракон не сад. Но здесь 3 надо брать, потому что здесь 3 по 3 они сделали фикс сервер. Так бы одного хватило, барда или. Но даже еще к лучшему, это минус. Это плюс к 1 фортитуде сави будет, фортитуд сави. И плюс 1 к дамагу еще. А и также курс проклятия, наоборот, минус 1 дамаг будет врагам. И минус 1 савис. Вот, вот она, где вот 9, вот она. Минус 1 фортитуд. Это хорошо, как раз на станы то, что нам надо. Нам плюс и минус. Что если станы? Ну такой он. На 20-ку только пройдет. А вот бард сонг, наоборот, плюсовая, какая добрая. А это песня помощи бардов. Вот видели. А вот, я не знаю, а вот песня проклятия. Это против врагов песня. Барды это у нас, ну, знаешь, песня еще дикие вспоминают. Вот. Все. Я вам все рассказал. А вот драконик армор, это от Red Dragon Disciples. И у него сила неимоверно растет, вы же помните? Ну, кто не знает, Red Dragon Disciples, пожалуйста, вот он этот класс. Быстренько, если сейчас посмотрим. Я обычно делаю что? Я обычно делаю портрет на Red Dragon Disciples, обычно красный, чтобы не сбиваться, вот он. Но сегодня раз я делаю еще кулачника, монаха, сейчас мы все доберемся. Ну, пожалуйста, подождите, потерпите отступление, потому что надо информацию довести. Вы можете сразу перекрутить, кому это неинтересно. Поэтому делаем вот. И вот смотрите, класс Red Dragon Disciples. У нас в чем его фишка? Он растет, неимоверно сила на каждом. На десятом уровне у нас будет уже сила. Вот интеллект плюс 2 тут на 10 уровне. А, сила аж плюс 4. Еще с огра самое главное. С огра, но вот харизма плюс 2. Харизм, к сожалению, спелла не буду кастовать, но со свитков буду читать. С огра сила плюс 4 базовая. Плюс 6 даже. А нет, плюс 4 при изменении, а так плюс 6 даже сверху. И ну все, приступаем к тестированию. Сейчас покажу дальше все. Будет раса огора под раса, субраса. Вот так.
пожалуйста. Добро пожаловать в уютный уголок одного одинокого билдера. Welcome to cozy corner of one lonely builder. Строитель. Все. Ну что ж, приступай. О, ну, знаю этого игрока. Ух ты! Это тот самый, что ли, ну? Ух ты, не может быть! Это ПВПшник еще какой? Неужели он сюда зашел? Классно, если бы СЛ-1 когда-нибудь увидел. Свои. Эти СЛ-1. Ну, он бы, конечно, меня одолел тут. Но он бы билды такие тоже делал. У него какой-то спокастер со мной. А я спектр у меня. Кто это? Не этот нул был. Ну-ка, аккаунт. Нет, все еще тут. Его аккаунт. Кто это? Я просто помню. С Некроман 77 еще Playground был такой сервер. Я помню этого нула. Но это, наверное, не тот. Это просто, наверное, не знаю. Хороший был билдер и ПВПшник. Неужели это он дошел? Ну я просто помню такой. Помню. На заметку. Ну ладно, не важно, что это за отступление? О чем я вообще? О чем я вообще? Так, это вообще не знаю, кто это, Bloodline? Кто такой Bloodline? Билдер. Не знаю это. Какой-то. Нет, такой аккаунт не знаю. Все, ладно, не будем отступления. Вот, Bard Song, вот что я важно имел в виду. Чтобы вот здесь было не меньше 9. А почему перформ у меня 10 стало? Опа! Перформ 9 достаточно будет. Вот сейчас и будем при вас переделывать. Все будет расти. Видите, сила до 50 уже. А вот 1.20. И вот смотрите. Improved Power Attack 30. И будет 50, не меньше 50 валить. Но плюс еще и потом еще 50 получим. Ну, блин. Перформ-то, я забыл, что харизма-то выросла. Харизма-то насколько у Red Dragon Disciple вырастает? Я забыл, значит одну-то можно уменьшить. А это важно. Ну сейчас при вас это будет все строительство. Харизма-то плюс 2. Значит достаточно было не 12 даже, а 11. А, вот оно, почему там 10-то и было написано. А, да, ну вот оно. На 16 уровень сползаем. Зато при вас будет строительство билда. И это сложный билд, его долго. Но, блин, опять все при вас. Но зато уже я теперь знаю как. Уже знаю как. Все, барда начинаем приобретать. Строительство продолжается. Доводим, почему мы нахуй до 16 уровня. Вот это постройка. Это даже интереснее, чем тестирование. Тестирование тоже интересно билда. Сейчас вы просто неимоверно будете. Но постройка важнее. Запоминайте, новички. Барда, монаха 16 до чего древоем? Чтобы было, дадим до 20 дамаг. Потому что у него на 16 уровне растет. Потом от силы вот у нас еще растет. Не забываем дамаг вот сюда. Поехали дальше. Уровни барда нужны, чтобы открылся Red Dragon Disciples. Ну или Сорка, но лучше барда, у него песня интереснее. Ну ни хрена себе, сейчас опять до 30 уровня все заново. Вот, поехали. Значит, перформ-то хватит 11 всего лишь. Ну вот смотрите, вот даже сейчас покажу. Вот смотрите, вот сейчас будет перформ, ну надо там 9, чтобы было. Иначе они накастятся, они здесь не плюс спад броски, не плюс дополнительный дамаг, когда я сделаю песню барда. А вот сейчас смотрите, когда споем. Сейчас споем. Вот смотрите, что самый прикол, у него спот не поднимается, а вот Red Dragon'а, Disciples, поднимается, затратится всего по одному, а здесь по два умения. Я сейчас сам все это тестировал. Сейчас все будет. Спасибо, что зашли на уголок уютного билдера. То есть на уютный уголок одного одинокого билдера. Сейчас при вас будет. Я просто сразу не заметил эту херь. Вот тут нельзя спел кастить, потому что у нас харизма слишком понятна. Ну не важно, со свитков буду читать такую. Это не важно. Вот Bard Song появилась у нас. Видите, по два раза надо всегда. Это грусть, когда я переделал. Особенно. Ладно, что тут пофиксили это. Помню, Neverwinter читерили раньше кто-то, но я не читерил. Статы росли, росли от этого Red Dragon Disciples, и так вот понизишь и снова заново деливил. А в наверное расширенной издали и на данном сервере уже все это пофиксено. И это хорошо, как говорится. Это очень хорошо даже. Спасибо разработчикам и биомдогам. Все, многие их ругают, многие. Я же хвалю. Они так поработали. И все снова вернули Игоря Петровича в ДНД РПГ играм. Любовь. И снова все заново переживаю. Мне нравится тестировать все новое. Они что-то изменили, это значит, все, почва для тестирования. Все. Так, перформ надо нам хотя бы один. Вот смотрите, самый прикол. А потом вырастет от харизмы этого
Видите, 6 у него будет здесь. Интеллект, да, интеллект будет расти, и харизма, и конституция, и стрендж. Неимоверно сильно будет расти, за 50 аж вырастут. О, Red Dragon Disciples, почему он мне не нравится? Это силовик. Силовик у нас будет. Пробивающий дамаги редукшн. О! Идеально сказал. Мне что ему понравилось. Вот смотрите, самый прикол в чем. Вот теперь должно быть 8 перформ. Вот она, циферка. Запомнили? Сейчас, если я буду делать Bard Song песня, у меня она не вырастет. Не вырастет этот. Никак не вырастет. Не фортитуда савис, к сожалению. А, так еще до 33 уровня нет. Вот смотрите прикол. Оставим вот так вот. Вот смотрите сейчас. Во-во-во-во. Сейчас все будет. Сейчас все поймете, что я имел в виду. Ну вы, старички-то и так понимаете, а вы-то, наверное, думаете, вот 18 уровень, проклятую сону, песню берем. Вот Барсон, это как раз анти. Как всегда я говорил, на каждый анти-билд. Вот как раз это анти-дамагер у меня и будет. Ой, анти-дамаг редукшн. Дамаг редукшн есть и анти-дам. Все есть анти здесь. Спелкастеры? Анти-спелкастеры. Монахи с спелрезистом. Запоминайте все. Станнеры? Анти-станнеры. Через палимастер. Блин, мастер иммун станет пистом. Это вообще концепция Вендербаба. Такой продуманный. Я просто не знаю, как это разработчики биоварии когда-то сделали. Вот я бы вот это вот взял, плюс 20 аж листин. Но, к сожалению, я не могу. А интересно, есть вот это пить из свитков? Надо посмотреть бард или скролл, или этого свитки. Продажа, если есть, это классно. Вот эту штуковину барды будут юзать. Но еще UMD можно другому вкачать, любому. Кстати, UMD-то вкачивается у нас. У бардов UMD можно, не обязательно им. Мюсик магик, давай, ну-ка, поскольку тратится? О, можно. Ну, я и так буду читать свитки. Чтобы другие палки можно, и все. Не своего класса взять. Палочки волшебные тут, точнее. Вот смотрите, не обязательно больше поднимать. Но сейчас, что я имел в виду, вот до третьего мы дошли, смотрите, прикол в том. А потом она заработает, когда мы пойдем на Red Dragon Disciples с вами. И это будет прикольно. Вот интересно, почему она со второго сработала? У нас с третьего должно было быть. Я их не понял, еще один юмор. Ну-ка мне надо, чтобы это для себя понять. Это важно. Вот почему оно сразу-то сработало. Ну, что-то осталось, значит. Ну-ка, 15, 17, 18. 17 уровень. Это я сейчас проверяю, пожалуйста, какие спелы. Я что-то не понял юмора. Ну-ка, сразу что ли можно? А почему она на втором-то стала сразу? Не понял юмора. Оно что, сразу, что ли, выходить, 16, 17? Не-не-не, я что-то не понял юмора. Я сейчас обтянусь еще на один уровень. Это я просто для себя, чтобы понять кое-что. Оно, потому что бард на третьем уровне открывает только второй, а тут уже на первом. Все-таки что-то остается недоделанное в этой игре. Я, потому что когда изначально его делал, сейчас поймете, о чем я. И об этом поймете. Просто... Вот перформ 11, вообще 12 оставился, но потом лишнее получалось очко. А мне важно эти все очки, чтобы были правильно распределены. Потому что это все важно, когда строишься. Вот, один. Почему на втором оно растет? Вот это непонятно. Ну, вот всегда по два раза надо, когда перелевишься. Не знаю, чем это связано. Там почему? Почему? Чего вот написалось это? Почему надо по два раза всегда? Все пишется, я не успеваю прочитать просто. Вот я сейчас даже специально оттяну. Ох, сколько у меня многозадачности это, ну-ка. Вот теперь снова деливер делаем. Почему? Что пишется? Вот сейчас нам важно понять, в чем дело. Мы его построим, все этот билд на вечер. Я вот так обычно тестирую. Вот я чем занимаюсь долго так. Почему мне кажется, что быстро, да, вот все готовый билд. На самом деле ни хрена. Вот сейчас важно прочитать, что они пишут. Что они нам пишут всегда вот здесь. Почему я не могу сразу переделать на по два раза всегда. Так. Ну сейчас можно даже не повышать этого, я по привычке. Вот лори на было 8, чтобы Red Dragon Disciples начало расти. Вот здесь 11 я специально поставлю. Оно все равно потом 12. Вот смотрите, что вот сейчас напишется. Вот что это? Вот хер, что там было про Отхер? А, ну вот, пацаны, 3 левел. Ну конечно, бред. И это по 3 левела их, но все равно я так уже повысил монаха 16. Поэтому я понял, что они пишут. 3 на 3 любят эту свою циферку 3. Прямо как сумасшедшие уже с ней. Ну-ка. Не, вот. А вот у того даже сердце по одному тратится в Red Dragon. Он какой-то специалист вообще во всем этом скиллах. Ну и лист, он и спот, и тамбл, и все это растет по одному. И даже дисциплина. Он, я не понимаю, кто-то такой Red Dragon Disciples.
по ДНДР, по Forgotten Realms. Все это за класс такой, специалист во всем. У него по одному тратится очко на все, вообще на все. Это кто такой-то он? Многопрофильный какой-то. Специалист? Что еще сказать? Так, ну все. Перформ. Блин, это только старички поймут. Наверное, неинтересно будет новичкам, к сожалению. Наверное, что я говорю сейчас, вообще не понимают новички. А что я задумал, тоже не понимаю. А я задумал многое. Red Dragon Disciples с бардом. Это интересные билды. И даже сильные, скажем так. Вот я бы его сейчас уже взял, Red Dragon. Видите, открылся. Но нельзя. Тут, ну, штрип фикс. Я бы его так приобрел, чтобы монаха 18 было. А у меня на финале 17 будет. 18 хоть бы влезло так. Это MPT Body. Кто она там? Ихняя, это... Ой... Сама маскировка 50%. Шанс на промах, по-моему. Вот ее берем, проклятую песню, песня проклятия, точнее. Вот видите, на втором растет. Оно не должно на втором быть, а на третьем росло у барда. У барда, как и у паладина, спел... Нет, чуть... Нет, вот, вот смотрите, бард — это интересная такая штука в спелкастере. Если спелкастера рассматриваем, он больше это песенник. А если спелкастера рассматриваем, он немного сильнее, слабее, немного слабее паладина в спелкастинге открывается. А, сильнее наоборот. В спелкастинге имеется в виду только, вот, в уровне. У него открывается быстрее, паладин еще дольше, до 4-го, чтобы нам дожить до Holy Sword. Это надо столько, у него 16 уровней. У барда же, вот почему странно, через 2. Но у визардов и у магов все быстрее открывается. То есть получается, бард — это нечто среднее. Среднее звездно такое, между спелкастерами и чуть сильнее паладинов в спелкастинге, я имею в виду. Быстрее открывается. Но медленнее открывается, чем орканов у этих же, визарда, спел, или у сорка даже. Визарда всех быстрее, короче. Ну, что-то немножко запутался в своих мыслях. Но думаю, кто-то понял, надеюсь, ход моей мысли. Надеюсь, поняли. Не знаю, поняли вы или нет, что я имел в виду. Он нечто среднее в спелкастере. Бард такой, спелкастер. Ну, не такой уж профессионал, никудышный, можно сказать. Он больше на песни реагирует. А спелкастер, естественно, спелкастера лидирует. Бард на втором месте, паладин на третьем спелкастере. Ну, остальные друиды, все это, естественно, на первом. Священники. Ну, и, конечно, сорки, визарды, колдуны. Это, понятно, первое место спелкастера занимает. А вот это еще не заметил. Тут вот три, кстати, пять. А, вот эту еще фишку хочу проверить. Хочу все-таки. Хочу. Вот три сейчас было свободно, а тут сейчас два было, да? Вот, хочу. Извините, что это будет долго, но это же все тестирование. Это все тестирование. Вы можете открутить сразу, где я буду дамажить всех, убивать там, валить, когда уже билд построю. Естественно, он будет всех валить, будет такой дамаг неимоверный. Ну-ка, но я хочу потестить это вот сначала. Вот тут две было? Да. А потом три, значит, все-таки растет, но... А тут пять, значит, осталось. А первоначально сколько тогда было? Ну, вот, еще раз сейчас. Ну, простите, пожалуйста. Мне все интересно просто. За такие отступления мне, наверное, никто не будет смотреть. Дизлайки, наверное, поставят. Ну, это механика, это есть сеттинг, это тестинг. Еще раз сделаем 11 перформ. Последний, крайний раз, я обещаю. И пойдем тестировать нормально его, то есть дальше пойдем растить его. Ага, 4, да, все-таки растет, скажем. Я просто не заметил. Ай, блин, опять это, вот это вот я не люблю, вот это вот я не люблю на самом деле. Я вообще надеюсь, я ничего не зря трачу. Я хочу, знаете, что сделать? Я сделал уже на их официальном форуме уголок билдера. Кози Корнер, этот уютный уголок одинокого билдера. И хочу еще сделать на русскоязычном, чтобы привлечь внимание к данному серверу. Интересно мне. На русскоязычном, наверное, сделаю уютный уголок, куда-нибудь нам на интернет-группу ВКонтакте. Наверное, так и сделаю, потому что интересно все-таки. И полезно, может, кому-то будет знать, особенно для данного. Вот 4 уже стало. А, нет, это и было 4. Полезно знать фиксы и все. Вот видите, тут три уровня, это же знать. Я вот изучаю эту информацию. Вдруг кто захочет поиграть, наверное, когда-нибудь. На русскоязычных мало играет, а тут 300 человек. Значит, людям нравится что-то. А чтобы знать, уже будет вот готова информация. Информация — это важно. Вот уже вам будет готово все. Как и что тут... О, а что я перформ-то не взял, что ли? Так, 11.
курсе Сонка 5, что ли. Какой мы раз уже ее приобретаем? Мы дойдем, нет, наконец-то. 5-2. Я запомнил. 7. 5-2. 5-2. Он еще и лекарь немножко, оказывается. Барт. А, да. Песенник, лекарь. И спелкастер немножко от счастья. Ух ты, тоже какой разноплановый. Почти как и Red Dragon Disciples. Но Red Dragon Disciples это вообще нечто. И сейчас вы сами будете. Как будет расти сейчас все? Так, и курсы проклятия сумма. Блин! Это так долго все, это капец. Я даже сейчас сругаюсь на угорском. Видите, голос прибыл. Ну-ка, пойди сейчас, давай второй. Сокрушу твои кости. Ладно, тихо, отступление было. Ну-ка, я все правильно сделал. Не больше 9 должно быть. Не больше, а, подождите, переформ 8, да. А потом вырастет этот Dragon Disciples. Ну, конец. Сейчас. Все, хватит. Так, мы запомнили, 5-2 было. 5-2. Теперь сколько? Стоп, не двигаем эту шкалу. Никуда мы ее не двигаем. Нам все важно знать, чтобы все было совпало. Так, 5-3. А, там 5. А, так тут их 1, 2, 3, 4. Тут их больше не может идти. А тот свободный. А, все понял. О, даже у него волкор корн есть. А на третьем, на втором уровне с него открывается спел. Да какого у него, интересно, можно? Я уже забыл, у него свои бардовские спелы. Есть, интересно, понижение силы? Нет. Негатив, бурст, взрыв негативной энергии. А, это еще одна бард, сонг. А, третья, дополнительная. Я понял. Это важно. Да. Вот. Теперь смотрим. Все, начинаем. Самое интересное начинается. Строительство. Нет, строительство умирается. А вот теперь, вот. Red Dragon Disciples начинает расти. И у него все начинает расти. Вот запомнили первый параметр? Но у него бонусовский. Вот надо убрать даже этот кастер. Зачем оно? Я тут уже немножко накастил. Так, базу надо смотреть, базу. Снимаем это все. Блин, отдых надо. Кто там накастил такие? Базу сейчас буду смотреть. Я еще не взял Red Dragon Disciples. Как будет сейчас все расти? У него сила все. При вас. Рождение дракона это называется. Вот. Ну-ка. Хоть бы спала эта херь. А то она база еще будет. Ах ты, блин. Ну это 29, это с этого Согра перешло. Это не я вырастил. Я еще не взял, я думаю. Сейчас, минутку, у меня будут тут проблемы. Блин, паузу надо начать. Блин, паузу видео. Что там уже? Там проблемы. What can I do for you? Блин, начал по. Я не один, тоже не знаю. Блин, я тут. Сейчас я проделаю. Ладно, не буду свои проблемы тут. Кое-что повредил, но вроде исправил. Ладно, все. Так, хорошо, продолжаем. Ну что, Red Dragon начинаем? Рождение красного дракона. Смотрим, как будет все неимоверно расти. Но это у нас вот от этого все перешло, от Огра, наверное. Да. Ой. Вот, у него сейчас. Сейчас запомнили, там, значит, у нас было. Вот я сейчас буду каждый уровень проверять, чекать. Вот у него, смотрите, прикол, у него даже спот, видите, по одному тратится очко. У нас интеллекта достаточно было. 13 поначалу, потому что вырастет все равно. Я просто так рассчитался, долго создавал, тестировал. Вот, у него, видите, все, у него большой спектр. Ну как, кувырок? А, нет, кувырок нельзя все-таки, но спот и лист он может. А, он как Weapon Master считается, примерно. Да, я понял его силу. А спелкастер он считается? Ну-ка. Ух ты! Он спелкастер не может. Нормально так, расти по одному. Считается еще как... А у Барда я не посмотрел. Ну, у Барда-то само собой спелкрафт тоже по одному тратится. В отличие от монаха, например, того же. Вот смотрите, сейчас я... Ну все, давайте растить. О! А я чего? Я же это не делал, да? На одном. Ну-ка еще раз. Я что-то забыл уже. Мы так не вырастим его никогда. Ну-ка, стрэндж. Так. 19 или 20, значит 19 уровень возвращаем. И пошли растить его заново. Я что-то не заметил, там что сила-то выросла от него уже.
Пока что, читать что ли разучился? Вот. На первом уровне ничего ему добавляется. Натурал армор. Да, по-моему, дракон будет армор, кстати. Где-то там. Драконик, извините. А ну-ка, они как вообще растут там? Драконик армор. А, нет. Это мы вот тут вот взяли, да. Потом будет расти все, вот запомнили. Я что-то еще хотел, но уже забыл. А, хотел вот еще, как раз сейчас. У барда потестировать. Пелкрафт по-любому по одному будет тратиться вот этому очку. Ну-ка. Свободному, да. Ну это и так понятно. У монаха же ни хрена. Потому что монах не спелкастер. Ну-ка. У монаха у нас ни хрена не будет. Ну-ка. Ну конечно по две тратится, и это невыгодно. Да и нахер оно мне это спелка. Я не спелкастера сегодня расширю, да магера. Я антисполкастер. Ну нет, ну это такой не антисполкастер. Но будет, уже есть спелл-резистанция у него. Вот, могу открыть спелл. Может и спелл. А, может и спелкастер пойти. Если я его качаю, например, на иммун. Ну, то есть на эпическую. Да или закрафчу. Тут есть можно так закрафчить. На пробивание, то есть на поглощение. Ну, то есть дамаг резист к ациду, к щитам, к этим магам. И. О, еще какой-то. Ну, вот он же, ну, кто он такой? Ну-ка его надо чекнуть. Кто ты? Как выясни. Токсик, биохазард. Может он и есть, я не помню аккаунт просто. Надо помнить. Токсичный биохазард. Ну, кто ты такой? Нелдвельф, мне уже страшно. Он, наверное, станет какой-нибудь. Кто такой? Он изменяет сейчас что-то. Ну-ка. Зло. О, неужели это тот самый нул? Хороший игрок был. Ладно, чекнули его. На заметку взял все. Ну, биохазард. Можно даже записать. Я записываю иногда. А вон у меня тут что-то записано, что ли? Майнер был антиспелкастер. А как это? Перешло тест 30. Это же... Половина 15. Ха-ха! Слушайте, это у меня перешло с Алифсторм Лотера. Ну что я там тестировал антиспелкастер? 12 на 7, 18? Хрена себе, клирик Селенце. Это я тоже разрабатывал какой-то билд в 2018 году еще. Что-то сильно. Ну-ка, надо хорошо, я ну-ка пишу. Так. На заметку. На заметку. Игрок. Игрок. Лауэр. На мне. Потому что если бывают сильные, серьезные игроки, лучше с ними осторожно быть. Не шутить и вообще не мешать им даже, когда разрабатывают. Потому что мозги хорошие, надо оценить. Лауэр не с Кнами. А, так это его не с Кнами, ну-ка. А, так может... Ну, я не знаю, он вон. Аккаунт. Аккаунт. Нами. Биохазард, что там было. Токсик, биохазард. Хорошо, что легко запомнить такой. Хорошего мне нравится, когда такие смачные био никнеймы, запоминаешь, силы наводят страху, в общем. Вот, на заметку, игрок, просто на заметку, я не знаю. На арене мы с ним увидимся, я забуду потом, где мы увидимся. На заметку с сервера Арелит, Арелит, арена. Это арена. Арена. Вот, и сегодня у нас 21.05.2019. Тоже, наверное, память, да? Вот, все. Просто на заметку. Пригодится. Только подождите, а как это оно? Там еще ЕЕ, по-моему, даже версии не было. 2018, да, начало 2017. Когда там ЕЕ-то я получил только в конце. Завершение, вот, токсик вышел, но я успел его. Я вышел, ой, в окончании 2018 году приобрел расширенное издание. Еще не было расширенного издания, ничего себе это когда. И оно перешло не из расширенного издания сюда, как так, как связаны эти игры. Вот эта вот запись. Я серьезно говорю, не было у меня этой записи. Здесь. Тест 30 у меня есть на Restorm Water, естественно. Там у меня их за тест 100 даже.
того сервера все сюда перейдут. Но ведь она у меня не на расширенном издании, а лишь там вот это. Как оно связано, где хранится это все, я не понимаю. Где-то на серверах, где-то хранится, на ориентере базе, я не знаю даже, где получается. Странно. А, все сообразил. Local Vault файлы хранятся, тест-30 есть там. И вот запись всеобщая как-то переносится в тест-30, никнейма здесь создал, первый раз получается, но он оттуда перенесся. Потому что это тоже в Local Vault записалось, и оно как-то смежно сочетается. Хреная, вот мыслитель-то добился. Local Vault, это где характеры все хранятся, вот эти вот персонажи ваши. Сами можете заглянуть ее в документы Settings. Надеюсь, старички поняли, что я имел в виду. А новички не обессудьте. Разбирайтесь тоже, поймите тоже. Ну поехали дальше. Ни хрена столько времени. Этот заслуживает билд времени. Поэтому смотрим, сейчас все будет расти у нас. Ну-ка. Ну там эта сила-то я сейчас прибавил, запомнил. Драконик армор начинает. Да блин, опять 25. Да что ты? Вот это крайне мне не нравится. Когда уже все готов такой. И на тебе опять заново. Это потому что фикс сервера. 3 по 3 ревела. Я вам не раз рассказывал. Тут через 3 только может в следующем повышаться. Через 3. Но иногда, когда вернешься, это как бы, наверное, заново отсчет, я не знаю. Не буду соображать, додумывать. Вот сейчас самый прикол в том, я песню вам так и не потестировал. Сейчас потестируем. Сейчас все будет, только время дайте, пожалуйста. Вот тут вот 11 достаточно ее, потому что больше 3 мы не будем поднимать. Вот она уже даже перформа этого закрытая, не повышается. Потому что бард только. Барды только перформ, это выступление, значит. Видите, они выступают как театр. Куколы масок. Вон театр, видите, анонимуса. Ну все, поехали. Теперь начинаем расти. Хватит отступлений. Сейчас будет неуверенно все расти. Вот посмотрим, вот сколько перформа надо 9. Вот смотрите, я хотел вам показать. Вот что я хотел, о песнях я говорил. Споем. Вот это, кстати, напоминает мне Сиалы, там тоже такой огур есть. Да. В тренировочном лагере стоит. Сейчас спою, говорит. Вот, ну-ка, смотрите. Сейчас у нас не должно вырасти фортитуд сади и дамаг. Ой, фортитуд спас-барсок. И дамаг с песней не должно вырасти. Вообще ничего, просто споем. Ну вот, вилл только выросла, потому что... Но фортитуда не выросла. И дамаг не добавился, потому что нужно именно... Ну-ка, еще раз посплю. А на каком тогда уровне вилл сади? А, на 6-м. Вот видите, 6 надо перформ. И на 2-м уровне добавилось. Левел 1. Ну вот. Перформ. А потом у нас Савис, Фортитуд Сави само должно вырасти. Вот когда вот именно, что вот в этом. Я тогда перепутал где-то, сказал. Важно все-таки, чтобы вот в этом было. Значит, можно поднять, поднять-то, по идее, вообще-то можно из бутылки сейчас, что ли. Может вообще туда ее не добирать. Но я вот сюда доберу. Ну-ка. Игорь Петрович кое-что сообразил. Перформ 8. Сейчас у нас к спасам не добавилось. Смотрите-ка, я кое-что сообразил. Бутылки можно поднять, на самом деле. Но я не буду же юзать, а вдруг бутылки не окажется. Лучше поднять вот так. Но, опираясь на Red Dragon Disciples, у него будет бесплатно это добавиться потом. Как тут все замудрено-то, а? Это все строительство идет, а потом к тестированию. Я, наверное, завершу цикл на данном билде. Уже и так его сильно много разговаривал. А потом продолжим. Вот смотрите, с бутылки сейчас. Еще раз протестируем. Надо сейчас поднять овал. Я даже это никогда не брал. Я говорю, вот это, да, у нас повышает харизму. Вот это харизму по-любому повышает. Да я помню, что я говорю, харизму повышает. Ну-ка, она должна выглядеть должна. Да, вот она, харизма. Так, вот смотрите, еще раз тогда потестирую вам, прям вам. Вот смотрите. Вот видите, харизма 4-3, и это, соответственно, у нас перформ 8. И нам не хватает, чтобы спас бросок. Ну еще раз, то, что я имел в виду. Видите, фортитуда не выросла ни хрена. Ну-ка, а это тоже не выросло сейчас. Вот, перформ не вырос. Но теперь отдыхаем еще раз сейчас. Теперь сработает это. То, что я имел в виду. Это мы еще тестируем было, а потом он покажет вам суп с котом. Это с разработкой идет. Это разработка, мать ее. Ой, извините, нельзя так говорить. Нельзя трогать, мать. Никогда нельзя, это святое.
Ну вот теперь самое начинается интересное. Я не люблю материться вообще, это отталкивает людей. Это культурная выросла. Это 6 атак в раунд у нас будет. А у нас это есть, а куда я ее дел? У меня даже не влазит здесь уже ничего. Почему я эту не поставил? Обычно ставлю. Здесь вот не обязательно это все на самом деле делать. Вот так вот сделаем. Improved Power Attack. Просто Power Attack. И вот здесь вот эту вот херь сделаем. Вот. С этой у нас будет 1, 2, 3, 4, 5. С квалом 6. 7 атак в раунд. Нормально с хастом. Пойдет. Забьем всех. И сейчас будет все расти, расти, расти. Это только начало. Вот 20 плюс 20. Уже 40-ку будем выдавать. Уже пробую. Уже можно жить. Но это еще только начало. А, теперь что я имел в виду? Я поспал, да? Надеюсь. Ну давайте еще раз. Видите, у меня провал. Очень много задач нас. Я не могу все упомнить в голове. Много у меня мыслей всегда в голове. Я сейчас стал быстро соображать. Вот теперь прикол. Смотрим. Я одну только купил, наверное. Зря одну-то, она была больше этих. Ну, лишь бы нам повысило сейчас до 9. И вы увидите сами, что вот здесь вот вырастет фортитуда сави. Должно, по идее. Вот, ягоди это. Скушаем сейчас этот потион от ягоди. Так, к этому пока ничего не надеваем. А, подождите, так вот у меня что-то крафтино-то было. Так что я ступил-то? Вот надо было что. И оно будет расти потом. Но пока еще не росло все равно. 29. Вот оно есть у меня. Я думал, согр это так как бы получше. Еще раз придется. Но там, по-моему, и не росло еще у нас. А потом от него будет расти. Еще раз. Да все, это чистое будет расти. Теперь, сейчас, вот она многозадачность. Я забыл просто, что у меня еще шлем с крафтинами носило. Вот теперь чистые параметры. Можно вообще раздеться, на самом деле, для достоверности. Но потом долго одеваться, опять зачем? Ну давайте для достоверности я разденусь, как положено. Голый персонаж, раз уж тестируем. Вот он голый, с монаха у нас два был, и он это... Уже вот этот кистрайк 2, потому что вырос. А, даже 3. Плюс 1. Плюс 3. Странно. 13. 16. Я плюс 3. А тут плюс 2 что-то странно. Плюс 3 должен. Это магический. Как раз против дамаг редукшена. Вот, пробивает. Ну, у нас и так пробьет благодаря силе. Ну, все. Ростим. Персонажа. При вас голова. Все по чесноку. Потом оденем его. Вот что я имел в виду. Ну-ка, сейчас, кстати, перформ у нас 8 стал. Перформ 8. Сейчас чуть-чуть этот повысим. Сначала вот этот билд. Вот это знание есть, механика. Вместе с вами билд ростим. Сейчас ведь опять два раза, да, надо будет? Скажите, что не надо будет, а, два раза, пожалуйста. Нет, надо будет. Надо будет, так, перформ у нас 11, больше его не надо, на самом деле. Ну, конечно, надо будет два раза поднять. Но сейчас-то мы силу вот отсюда берем, а потом будет расти сама. Даже голым-то лучше, чтобы смотреть параметры. Что это я думал, просто от огра добавилась там сила. А, это с вещей. Вот, смотрим. Пока все не растет. Потом у него расти начинает с 4-го, что ли, с какого-то уровня. Вот теперь перформ самое интересное. Заю этого. Главное, чтобы перформ сейчас вырос. Харизма и перформ. Ну-ка, это же харизму добавляет. Поехали. Ну да. Ну вот уже минус 2. Ну-ка, есть девятка? Есть, как раз девятка. То, что надо. Минус 2. Выпили харизму бутылки. И теперь смотрим на спас-бросок. Должен вырасти. Потому что 9 есть в этом шкале. Искусственно добавил. Я просто думал, нельзя так. Вот 9 перформ. Плюс 1 дамаги ролс и плюс 1 фортитуде сайя. Но дамаги вряд ли добавят, потому что у нас и так магически добавлены. Но вот. Смотрим фортитуду. Важный параметр. Есть! Сработало. Дан. 9 перформа достаточно. У нас, кстати, и скилл добавляет. Значит так. Сейчас думаю. Значит так. Можно вообще убрать и добавить этими, чтобы потом выросло. Бутылками чисто. Значит, от этих скиллов-то зависит. Я-то думал, это как бы не важно, что искусственно добавится. Оно работает в механике. О, Игорь Петрович кое-что новое для себя открывает. Спустя 20 лет билдинга. Ну, теперь от головы просто подошел уже, переосмыслился. Теперь, короче, растим Red Dragon Disciple по-быстрому. Все, приступаем уже.
Я тут беру, значит, Obi Powerup Critical для начала, потом в силу. Это пригодится нам, тоже больше дамаг. Поехали. Дракон, Abilities. Вот они, когда начинают расти. Ну-ка, к чему они? Со второго-то уровня начинают расти. Так, второй. Дракон, Abilities. Strength плюс 2. Вот смотрите, сейчас Strength бесплатно добавится. Strength сейчас бесплатно добавится им. Strength бесплатно. А, это у нас спало, да? Ничего. Я что-то не понял. 13 стало. Сейчас. Там 14, да, было, что ли? Вот ведь я не заметил-то, а. Оно сколько держится? База, песня эта, барда. Также песня проклятия будет на врагов. Это все интересно. Это важно. Нет? Да, 13, а так все 14 было. Вот сейчас она не опять ни хрена, потому что 9 сейчас будет. Перформ. 8, то есть. Надо было больше купить. Сейчас будем смотреть, когда она закончится, потом так вот это вот у нас отвечает за параметр. Это важно знать математику, а потом как раз в PvP и применять ее или в PvM. Ну-ка вот еще раз, вот перформ сейчас сколько вырастет. Вот, ну-ка при вас смотрим перформ 8, а теперь 9 или больше даже. Смотря сколько у нас 9. Да. Замечательно. Теперь снова обкастываемся. То есть песню эту делаем, барда. А, кстати, я две купил, нет? Опять одну купил. Да что ты как дурачок? Побольше купи уже в конце концов. Что там нету у меня никого? Мне сейчас где-то на работу надо. Что это? Но я создам вот этот билд, я, наверное, закончу цикл билдов. Пока что. Сделаю паузу большущую. Ну что этот сложный билд у меня был. И я так создал уже 30 билдов. 30 билдов за месяц. Как раз в день по билду. Даже иногда побольше. Хватит уже. Надо паузу делать. Бардов я вообще никогда не касался. А сейчас только начал учать. И для меня это что-то новое и очень сложное. Начинаю барда. Я знаю, что через бард РДД, Blackguard, там или Fighter, или ВМ это сила получается. Или через Аркани Арчеров барды вообще. Наверное, хорошо работает. Потому что вот на последних уровнях, вы посмотрите сами, перформ. Вот даже перформ 24, перформ 30. Dodge Armor класс добавляет. Плюс 2 температура, плюс 5 класс левел. Грайнд, плюс вилсави. Там это все считается же, считается. А курсе все наоборот как раз таки понижает все это же. То, что вам советникам добавляет. Ну а теперь еще раз выпиваем эту херь. Вот теперь выпиваем. Сейчас повысится все здесь. Но это все временно на самом деле. Что-то я не заметил, что оно повысилось на самом деле. Я отвлекся надолго. Так, сейчас, кстати, ко мне приедут родители, родственники по делам. А, да, выросла. Похоже, что я много купил этих. Ну-ка, вот здесь даже можно не смотреть. Ну да, если до 7 доходит, значит уже повышу. Теперь. Да, фортитуда и билл растет, как и положено. А атака, я не заметил, атака выросла еще раз тогда. Ну просто вы-то на видео сразу можете посмотреть, а я нет. С этой песней. А потом пойдем уже тестировать. Тест это, конечно, самое смак. Но и разработка тоже. Это важно знать. Это знание ведь все-таки. Атака не растет. Ну ладно, не будем. С песней я разобрался, в принципе. А, нет, еще раз хочу. Чтобы она сама спала с меня. А, нет, давайте по чесноку. Потом у нас пойдет и так понятно. Нет, ну давайте потестируем. Я сейчас дождусь тогда, и потом уже нормально будет. Сколько она? Ну-ка. Да, 14-15. Теперь ждем, пока спадет. А потом буду повышаться нормально, чтобы все росло при вас. Все росло при вас, как скажу, да? Потом уже пойдем к тестированию, это будет нечто. Я вам гарантирую. За 50 дома. Кто там вошел? Братиус. Братик вошел. Ура, меня все братик приглашает, кстати, родной, сейчас заплачу на меня. Такой, так, 14-15 это чувствительный игрок. Приглашает, а я все никак не могу сходить. Пока живое, живые, мне уже нам под 40 лет же. Надо, наверное, посещать.
Он приглашает меня в новую квартиру посмотреть. Я, ну, это такое отцепление, я вообще никак не соберусь. Говорю, да что-то я все работаю, некуда, от меня приду. Так я отцу говорю, отец приглашает, уже пока живой стать. Я говорю, да пока некуда, все работа. Она не в гости. Во, сейчас пойдет. Вот, вернулась на круги. Ничего так-то, в округе все. А песня «Проклятие» — это наоборот бы им все делало хуже. Вот, у нас врагов нет, тут все свои, так что. А, что, она тоже, что ли? А, мне на харизму убрать еще. Ладно, все. Это не важно. Уберем все, теперь будет все по чесноку расти. Будет по дефолту, так скажем. И я сейчас умоюсь, воды попью. И приступим, наконец, к тестированию. То есть, программирование еще разработать, а потом доберемся. Кому-то барды это не в новинку, поэтому они это не могут во всех классах быть специалист, специализироваться. Кому-то, а вот дневные номера, это новинка, мне интересно, я при вас размышляю, что-то открываю новое, получаю информацию, делюсь попутно. Может, интересно кому-то будет вот это. Все, поехали. Теперь смотрите, дракона белите. Это бесплатно должно расти. Расти к силе. А, мобер, поворал, клип. Вот он, как оно? Овер. Hell, а что значит over hell? Ну-ка надо перевести хоть раз, правильно, чтобы назвать это. Over helming. Перевел, как я мог забыть? Ошеломляющий критический удар. Нрамен страйк. Дорожный удар. Ха, ё-моё, а. Ну как ты? Во, сейчас дракон обелитет будет расти. Смотрим. Вот сюда вот смотрим. Должно быть бесплатное, плюс 2. Стрэндж. Ну да, теперь хоть все видно будет. И теперь сила будет расти, и потом оденемся, будет вообще под 50. Мы уже это с вами видели. Теперь не обязательно там, потом возьмем на построение. О, а до рождения дракона что дает? Дракон бред. Бред, ляпан, вот она. Фьюри идеален, 2-10 после дамаги. Здорово. Так у меня сейчас в фире дамаг должен вырасти, по идее. А какое оружие это? Ну-ка. Сейчас ничего не вырастет. А как мне дракон бред? Это, наверное, дыхание дракона. А, я думал, это рождение. Так это дыхание дракона. Это вот это, да, херь, которую я имел в виду? Ну да, это дыхание дракона, а не рождение. Рождение это Борн дракон. А тут дракон бред, по-моему, называется. Ну, он бесконечно у них. Тогда бедолага, никогда не забуду. Бедный. Мне жалко, ну жаль игроков, на котором я сильнее. Бедный кобальт здесь был, я его убил, он с арены даже убежал в но ПВП зону, я тогда напал ПК, сожалею об этом. Испортил человеку настроение, блин. И снова бы увидеться с ним, сейчас бы я, может, только если он согласился бы на ВП. А ПК это, да, это грустно. Ворчать не люблю людей. 16, так, 19. Ну-ка еще раз сейчас кое-что проверим. 16, 19. 20, 21. На 21 надо вернуться. Так. Там ничего не выросло, просто не заметил. А мне важно, чтобы не ошибиться, тут все перепроверять. Я лучше, как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Я лучше перепроверю, не выросли ли эти все. А, нет, только дракон дыхания. А, ничего тут не добавилось. Я вон, смотри, параметры, чекаю. Все, дальше идем. Можно так-то по-быстрому все. Хидайс, вот теперь что. Ой, выросла сила. Это я взял или на четвертом у него растет? Вот тоже важно. Мы так доделаем, нет? Так, 19... Так, 19, 20, 21, 22, 23, на 22 возвращаемся. Ну что ты, Игорь, будешь делать? Ну-ка, читаем, на четвертом у него что уровне? А чё? А чё? Откуда это я тогда взял?
Ну и откуда у него добавилось тогда? Я не понимаю. Там не написано ничего было про четвертый уровень. Дракон Абилитис. Так а когда у него растет-то? Кидайся. А, вот про четвертый здесь можно. А, Стрэндж призвал, вот же. Есть. Дракон Абилитис скорость. Растет на четвертом. Хорошо, на пятом должен драконик армор какая-то быть. Натурал армор плюс 2 должно сейчас вырасти. Смотрите. Читаем. Натурал армор у нас 18 было. Сейчас должно быть дракон. А, вот это я приобретаю силу. Смотрите, самый прикол. А, нет. Сейчас мы силу еще будем растить. Это надо. Нет. Начинается рост силы. Для дамага больше вот здесь вот. Пробивать дамаг редукшн и так далее. И хорошо валить врагов. А где драмоник? Драконик. Армор. А, выросло, да, на один? А что на один всего лишь? Ну-ка еще раз. Там что, один был? А хотя не надо, сейчас почитаем. Там все же написано тут. Оно что, всего на один? Ну просто для меня это новое чудо. А, у меня все-таки вон 7 секунд должно. Я еще не могу. А что, оно много тратит, что ли? Бедолага, он тогда тестил против меня это, и ничего не прошло. Да какое это? Так, фишка-то. Ну, тем более, можно иммун. 6-10 дамаг, неплохо, он очень хрестный. Мне так огорчает, я не люблю огорчать людей. Он тоже старался, думал, хороший билд, я пришел его и развалил. Видите, это битва умов, битва интеллектов называют. Ну-ка, драконик армор всего одну, что ли, добавляет? Драконик армор. Плюс 2 написано. Эй, тут плюс 2 написано. Я не понял юмора. Ну-ка еще деревил. Это у нас было 19. 9, а что я не умею считать, что ли? 19 плюс 5 это 24. Значит, на 23 надо вернуться. Ё-моё. Как первоклассники. Я что-то не заметил. 18 написано плюс 2 вообще-то. Фиксы надо читать. Я фиксы данного сервера про Dragon Disciples не читал вообще. А начал уже тестировать его. Как так-то? Пойду-ка я сейчас гляну фиксы. И мы продолжим сделать. Потому что важно читать фиксы. Это очень важный параметр. Так, в силе будем расти дальше. Но я прочитаю, сейчас вам доложу информацию о правках. Ну-ка. 34-35. А там что, обилитие еще выросло, что ли? А, нет, это я взял. Вот ведь провалы в памяти. Это я взял, да? 23. Как мне интересно, просто я просто говорю, действительно, вообще ими не занимался, бардами или драконы снайпер. Поэтому мне это интересен класс, он какой-то интересный. Давайте я сейчас сначала посчитаю. Нет, возьму, сейчас приобрету вот это все-таки. Да, это вот я взял, почему на 2 выросло. И тут я взял эпическую силу. Вот почему она на 2 у меня выросла. Ну-ка. Все, я паузу делаю, читаю про фиксы, правки. Сервера, ой, Red Dragon Sap, именно данного сервера Aerolith. Ну, есть там пару изменений, но что-то я не стал пока вчитываться. Так разберусь по ходу. Ну, слушайте, там вообще много изменений, почти все затронуты престиж классы. И все классы это надо читать. Кроме, я вам сразу скажу, кроме Вивона Мастера и Шифтера, по-моему, они не затронуты. Ну, и это хорошо, остальные все затронуты. Сейчас еще уточню. Да, кроме не затронуты изменения Shifter и Weapon Master. Weapon Master и Shifter. И остальное все изменено, поэтому читайте. Все, даже базовые классы. Читайте правки. В Википедии Aerolith, прежде чем сюда. Так, ну давайте, на шестом уровне чего у нас растет, не растет. Хитпоинты растут. Больше будет. До 10. О, точно десяточка добавилась. А, подождите, я что-то не понял еще один. Ну-ка, 19 плюс 4. 19 плюс 4, 23, что ли, вернемся опять. 23, я не понял, еще один юмор. Я так не доделаю, наверное. Вот ведь соображаловка, да, работает у меня. Постройка сегодня занимаемся. Вот смотрите, 172 было, а как 190 могло вырасти? А, с этого еще. Минутку, я что, на что я вернул-то? Ай. У меня тут уровень математики просчитался.
Нет, все правильно. Потому что я просчитался, просто просчитался. Да 10 плюс 10. Минутку. А там что тогда было? Ну еще раз. Я случайно не снизился еще на один уровень. Нет, нормально. Вот смотрите, сколько здесь росло хитпоинтов. И сколько у него на уровне потом. Это важно знать. Вот смотрите. Смотрите прикол. Ну вы-то, наверное, и так знаете. 8 росло. А потом уже по 10. Вау, класс. Теперь я понял сам для себя. Это важно было. Смотрим на 7 уровне, что у него добавится. Это для меня, наверное, ничего не делать. О, бред вяпан. Блять, тут 4 кольца дамаги. Разделение оружия. 2. А что, тут тоже бред вяпан, что ли? Было. А где бред вяпан? Просто тогда сидит. Бред вяпан 2 было. Так подождите, там же было. Так а где бред дракон? А, вот бред вяпан. Так подождите. Бред. А, дракон же было написано. А не бред вяпан. То есть бред дракон называется. Дракон бред. Почему вяпан? Дыхание, оружие, что-то такое, не пойму. Еще раз, я что-то не понял. Фаер дамаги, где я понял, дамаги, твои еще понял. Так, ну-ка, оно тут написано, что это на третьем, да, уровне? Да. Оружие дыхания, тут дракон бред. Что-то. Вы определитесь, как вы называете этот хит правильно. Ладно, опустим это. Это на 7-м, да, уровне получается? И еще где у нас тогда бред вяпан? Бред вяпан 3. Так оно еще 3 только дает, а тут 5 было. 10-й дом. А, да, оно 3. 3, 7, 10. Через 4. Звучит странно. 3 плюс 4, 7, 10. Странно, как-то все распределено, конечно. Или это из-за фиксов. Ну ладно. Сейчас дамаг просто больше. А там что-то выросло что-то, что ли? На 7 уровне что еще выросло? Я что-то пропустил, а ты. Конституция плюс 2 выросла. Ну-ка еще раз. Тогда какой это будет? Ну тебе легко сосчитать. 10-й, 26-й, на 25-й надо вернуться. Я просто упустил момент. Вы-то могли заметить. А я не заметил, все выросло. Я не туда смотрел. Так, сейчас 6-й должен быть дракон. Да. 11. А сейчас Конституция 13 будет. Ну-ка. Ну. А эти сколько выросли? Опять не заметил. Ну, сейчас мы подойдем с вами. Скоро до тестир. Мне интереснее разрабатывать все. Я вот так вот сижу, сутками разрабатываю. Тебя на работу надо. Понимаю это. Ну-ка, вот сколько? 190 хп, а теперь? Плюс 10, но на самом деле больше должно быть, потому что Конституция растет. Ну-ка. Тут должно быть 200, а оно 228, как так-то? Ну давайте еще один раз кое-что проверим. Фортитуди Сави сколько растет? Ой, 25 я сказал, 20. Ну вот, я иногда ошибаюсь, первый вот этот здесь неудобно, не совсем удобно сделано. Ошибаюсь иногда и вообще. Ну-ка, а фортитуды Сави сколько? Вот тут было 15, а теперь смотрим с повышением. Вот, спас броски на стойкость фортитуда. Против как раз таки смертельных магий и ошеломляющих ударов. Станет писать вот этих вот. Ну-ка, фортитуде. Вау, на 2 и все остальное выросло. Станет фист вот как раз ДЦ от визом зависит. Но у меня не станет, а дамагер просто. Ну и станет фист может пройти. Сейчас будет. Мы скрипаем билд. На 8-м смотрим, что прибавляет. Закон армор. Натурал армор. Плюс 3. А где еще вот драконик армор? Сейчас плюс 3 должно что ли? Ну это плюс 1 считается по-любому.
Brawl Armor плюс 3. А еще чего на 7? А, на 8, да, уже. 8 смотрю. А, все. Ну там еще может что-то вырасти, я не знаю. А, силу сейчас возьмем. Ну, сила понятно, что вырастет. Но я мне на АЦ больше сила, 35, сейчас 36. Может больше станет сила. И 19, 20 сейчас должна армор. Я еще больше не получал. Да, армор 20, 36, все верно. Все верно пока. Дальше это голый персонаж, не забываем, я его одену, так вообще будет. Сейчас самое важное, еще на 9, кстати, на 10 будет. На 9 уровне крылья. Ну это если не огар, то с крыльями, да, будет. Вырастают крылья у дракона. Лет драконий. Красный драконик, обрети скорость. Интеллект плюс 2. Вот, вот, вот оно. Вот оно. Теперь то, что нам надо. На 10, конечно, сейчас все уже. А, нет, это нам не надо. Нам надо как раз на 10 харизма. От интеллекта это вообще ничего не зависит. Ну как, зависит от скилла, но в основном не для данного будет. Для своих. Например, у этих, у ассасинов для парализа, ДЦ от 3. У визардов, волшебников, ДЦ от интеллекта и так далее, спеллов, заклинаний. Но сейчас нам оно не нужно. Сейчас интеллект повысится, который нам нафиг на самом деле не... Ну как, нужен для скиллов, для скиллов. Больше интеллекта, больше скиллпоинты. Вот здесь вот. Бесплатно. Вот здесь, значит, вырос вот скиллпоинт. Вот смотрите, 28 было, кстати, запоминаем, без изменений. А потом посмотрим, сколько бесплатно будет. Кстати, сколько так дастся нам? И сколько так, вот еще интересно. С плюсом. А, сколько растет так обычно? Ну-ка, еще одну фишку. Это какой уже уровень был? 26-й? Он мэнни. Вот сколько так дается, и потом сколько будет расти. Ну, это же важно. Ну-ка, вот сколько так? 25? 25. Нет, мне просто сейчас вычислить кое-что. 25, и так вот сколько теперь? 25, 28. По 3 дается. А потом посмотрим, сколько будет. Запомним цифру. Сейчас 9, интеллект будет. Интеллект будет 14. Ой. Что-то я ничего не понял. 27 уровень возвращаемся. По 3 я запомнил цифру, отклался я в голове. Сейчас скоро уже все закончится. Ну-ка, по 3 давалось. А почему? А что еще-то выросло? Так, интеллект плюс 2 это 15. А что, сила тут еще? Это я сам ее взял. Я думал, откуда сила тут взял. И теперь интеллект 15, сила 37 должно быть. Да, все верно. И теперь, вот теперь, было по 3, теперь, наверное, по 4. А, минутку, а сколько там было у нас? Он мэйн. 27, возвращаемся. Я что-то забыл. У меня провал в памяти последнее было совсем. Ну-ка. Я еще раз проверяю, извиняюсь. Сколько было? А, 28. Было по 3. А если по 4 должно даться, было по 3 давало, значит должно 28, 29, 30, 31. Будет ли 32? Я что-то забыл, сколько далось. Ну, вот провал в памяти, да, я надо. Ну, с возрастом, наверное. Никто от этого не зарекайтесь, не смейтесь надо мной. С возрастом. Вот, сейчас на 10, кстати, все вырастет. Ну-ка, а сколько далось? А, 32, а так бы 31, да, все-таки все правильно, плюс 1 очко. Вот этот интеллекта, 2. А так было один, да? Модификатор, вот это один было. Это и есть конструктор. Да. Ну все. Последний раз этот ключ. Я это. Разбираюсь в конструкторе. Не ругайте меня, ну пожалуйста. Вон из-под броски выросли. Ну. Ого! Ну-ка еще посмотрим из-под броски-то сколько. Не ругайте, я разбираюсь, я запоминаю все. Ну это же билдинг, ну пожалуйста, не ругайте меня. И так меня всю жизнь все ругают, смеются надо мной. Надо будет опять об этом поговорить. Сейчас сниму очки, поплачу, я еще плохо вижу. Минус 11 или минус 12, минус 13 зрения, вообще почти ничего не вижу. Не ругайте, пожалуйста, меня. Я и так всю жизнь страдаю. Так, ладно, все, тихо, все мы сидим. Ну-ка, спад броски. О!
хорошо выросли. Вот и так это мой уютный уголок, вот этот ДНДРПГ нашелся. А теперь 10 уровень смотрим. Так все надо мной смениться всю жизнь. Драконик армор. Плюс 4 натурал армор. А, ну сейчас 21, это все равно, это плюс 4, это она растет оттуда, считается. Плюс 1, 2, 3, 4. А, это я понял теперь. И теперь Dark Vision, это классно. В темноте, Dark, в темноте, да. Иммунитет, и промахиваться по врагам не будем 50 в темноте. Это хорошо. И иммунитет, это слип, парализ, фаер. О, иммунитет, фаер, к огню будем полностью иммунитет. Можно на огненный великан охотить. Я понял, как скорость. Стрэндж плюс 4, харизма плюс 2. Бред Вяпан, 3. 6 до 10. А, ну да. Бред Вяпан, вот она. Вот это вот, 6. Вот она, то, что исследует, 6 до 10. Но, нас интересует, что харизма вырастет. И вот он, то, что мы тестировали с вами. Все, оно и подошло к этому. Перформ не надо больше. Стоп. А, да, 9 наше число здесь появилось. Ну, сейчас все здесь вырастет. Буквально все. И потом 17-й монах, и идем уже тестировать. Теперь, раз это последний уровень у нас, крайний, 10-й престиж класса, то вот перформ 11, я тогда поставил 12, я ошибся. Но зато, все, что, вот оно. Все, что не делается, все к лучшему. Я зато сам для себя многое открыл, сегодня протестировал. Видали? Итог-то. Разобрали мы, все. Вот так вот. Хлопнул, как подошел. Когда у меня все получается, я радуюсь. Это мои эмоции, просто не учать не могу. Но это надо, это как гения. Это как вот. Оп. Вот так вот пальчиком делается. Получилось. Оп. Как гения. Оп. Это свалилось яблоко, и он стал мне как у этого Геродота или кто там. И у меня так, оп, щелчок пальцем. Получилось. Дан. Оп, все идеально. Оставляем вот эти скиллы на тамбл, чтобы было. А тамбл у нас, вы знаете, что каждые 5, вот он, forever 5 ранг растет. Акция, ну, армор класс, потому что я все абвиатуры вам подписал под данным видео. Вот. Можно даже серость, кстати, я говорю, много профильный, видите, тратите по одному. Red Dragon Disciples. Но мне серость не обязательно. У меня Listen Spot и Катина, и все против спрятающихся существ, воров, тех, и так далее. Мы их видим. Тем более можно за вот эти скиллы обычно особо еще. А вот эти вот скиллы повышаются у барда еще с песни. Distance Spot. И еще за бафа. Ну, мы будем со свитков их считать. И еще плюс. Тут есть True Sync. Но он Distance Spot добавляет. Со свитков будем считать против паров. Все нормально, нормально будет. Я соображаю. Мысли. Паров есть. Еще эпические можно Distance Spot взять. Вот это важная информация. Старички знают. Ой, да много ты знаешь. А я вам скажу. Вы кое-что не знаете. Фиксов правок. Это можно, конечно, поставить. Я вам на заметку. Если берете эпический Distance, то вам эпический спот добавится. Два в одном. Тоже как эпический Хайт, например, это еще и Movie Sign добавится. Скиллы. Это правка сервера. Вот это вы не можете знать, например, пока не данный сервер не коснетесь, не поизучайте, как играть, не протестируйте. Вот это важная информация. То есть два навыка не навык. Вот, смотрим, растет, как все растет. Значит, там не было добавления, не добавляло на уровне самого силы, а оно именно от Red Dragon Disciples вырастет. Плюс 4 там было написано аж силы. Значит, 41 должно быть силы. Плюс 2 конституция, по-моему. Ну-ка еще раз, я все забыл. Ты там на 10-м пока болтал. Плюс 4 сила. Ни хрена себе. Плюс 2 харизма. А, все на этом. Остальное там уже мелочи. А, ну как, парализ иммун. Это не мелочь против. О, не боимся, кстати. Ассасинов с их дает атаки и парализом. Вот. Дает атак плюс парализ. Вот видите. Не боимся их. Это здорово. Убийцев этих воров. Ну ладно, все. Всегда их атаками. Парализом с этим. Парализ страшная штука. Она надолго. С интеллектом хорошо вкачан. Ассасин. Вот убийца. Класс. Хороший интеллект. Он, то он вас запарализит. Так, и разложит потом по палочкам, когда вы где-то парализованы. Ну даже в хайт уже не надо уходить. Эпические можно еще взять. Эпические эти атак или сник атак, вот как вот воров. А вор больше ну, функционален. У него там есть и defense roll, и может и D взять, и додж, и целый консумент 50% от ловкости. Все можно взять и хорошо убить через садов дансера. Хороший, сильный класс тоже. На эпик сники. Сник атаки. Ну и ассасин не уступает, а может даже превосходит. Еще парализ есть и пойсоны.
Ну и лобы они вместе на пару с вором стоят, и все. Это интересно. Да. Ну все, ростим. Должно быть харизма плюс 2 и стрендж плюс 4. 41. И здесь должно быть 6 минус 2. А здесь 41 и с чем-то. Так, если у нас 38, это будет 14. 40, 15. Сейчас будет 41, 15, 6 минус 2. 41, 15, 6 минус 2. Ну сейчас сначала вот этот. 41, 15, 6 минус 2, я запомнил. И перформ вырастет на 9 там. Вот оно, математика и знания. Здесь обязательно вхватим, потому что потом спот он у монаха со штрафом он не возьмет, он не повысит больше. Ну, 41, 15, и вот здесь пас броски, и атака, и все вырастет, короче, хп, немейр. А, С, по-моему, тоже там драконик армор, я не помню. Ну-ка, а драконик армор это не растет на 10 уровне? Растет, да, растет, плюс 4. Ого, это что-то многовато всего. А С еще 21 будет. Еще бы вторую, как на интернете открыть, а там несколько окошек можно открыть. Вот этот, чтобы увидеть тоже скиллы, как вырастут. Ну хотя бы тут сначала. Ой, это building. It's building. Time. Поехали. Смотрим. Наконец-то 41.15. О, а тут 15 стало. Из чего? Когда еще интеллект вырос? А, нет, это и было 13. Я ничего не упустил. Я не мог упустить. Ничего из виду. Ну все, 41, 15, 6 минус 2. И 21 АЦ. 41, 15, 6 минус 2, 21 АЦ. Минус 5. Все, Саша, сошлось. Все. Надо крикнуть даже от радости, что все получилось. Ну-ка, а теперь 9. Перформ 9. Теперь, если мы читаем это, у нас должно плюс 1 фортитуды расти. Ага. Да. Ну-ка, я сейчас щетку спать. Получилось. Скорость сам 26, базе атаки 15. Хорошо. А проклятая песня. Песня проклятая понизу. А вот теперь его будем одевать и все. Ну остался один монах. Это закрываем его не обязательно на самом деле. Может Red Dragon Disciple что-то даст эпический, кстати. О! А чё эпик дракон? Бонус фиата есть, армор, скин, автоматик и скин. Это что это бонус? Минутку. Да тогда нафига? А нет, монах 16 должен быть. Я сегодня делаю билды не кастера, ничего там. А чтобы вот дамаг 1.20 был. Кстати, ну-ка сколько с этим? Но я еще не отделал голову. 1.20 плюс 25, охренеть просто дамаг. Ни хрена, да, столько потратить. Ну-ка, ну мне эпического все-таки надо. Эпического все-таки надо потестировать этого урода. То есть посмотреть, что у него будет на эпического. Пока снимем эту херь. Ну можно на другом, конечно. Раз, это орок, это для тестирования было силы, а можно там и дроу, как вам нравится, или человека. Кем хотите. Мне дроу стоит станция больше. Так бы 32 было. На любом расе. Но я на халфорках обычно делаю такого дамага. Базовая. Базовая раса. Даже не подраса, а базовая раса. ДНДР по игры на интернете. Так, ну ладно, смотрим. Эпик дракон. Бонус фиты не может быть. Армор скин. Автоматик healing spell. Да не может быть автоматик healing spell. Так это что? Это бонус эпик дамаг редукшн. Стоп. Бонус. Бонус фиат лист, минутку. Почему эпик дамаг редукшн? У него как бонус идет бесплатный. Эпик пой, эпик репутация, эпик спел фокус, эпик спел контрати, эпик толк. Я не понимаю. А, это там то, что можно бесплатно взять. Потом имеется в виду. Я понял. Это вот где окошечко такое, и там открывается такое. Я понял. Так это так у каждого класса надо читать. Так у эпического монаха тогда что? А, я знаю чего. У него импровит станет фисты и виздом там и так далее. И импровит спел ассистанции может. А, наконец-то я все понял, что это имеется в виду. Бонус света.
дополнительный фит после вот обычных фитов, несколько, через каждые несколько уровней там, один-два. Кроме вот этих бесплатных фиты, это бонус, кроме вот этих, которые идут в определенные через три уровня, через четыре, базовые бонусы эпические. Ага, я понял. А хит дай 12. Альдан левел 2. Вау! Еще плюс 2 интеллекта выросло бы. 9, я не знал, все помнят. А когда это? Каждые 2 уровня. Ну, плюс 2. Еще будет расти? Не может быть. Дисциплина. Каждые 5, каждые 4 уровня автор 10. А, бонус фиаты. Так это каждые 4. А, ну-ка, расти будет, Эвери, 3 левел, автор 10. Бред, ляпан, еще будет расти, плюс 1. Охренеть. Плюс 1. Еще будет. А, ну все, я понял. Ну, вообще, мне не надо это. Я все понял, мне не надо. Это хорошо, но... Так, вот, теперь еще одну силку возьмем. Еще одну силку. А, ну зачем мне дракон-то? Мне теперь надо монаха. Еще одну силу. И вообще впаяем такой дамаг. Ну-ка, а теперь правильно я все рассчитал тут? Не надо больше 30 нам. Зачем? А, перформ-то у нас вырос до 12. Я смотрю, и это важно все. До 9, то есть. Есть, есть, есть. Значит, он растет, да, я уж забыл. Вот тут. Растет. А 2 не растет, здесь вот оно растет на этом. Я это тестировал, дальше вам не показал. Ой, я не буду долевить его. Я могу сейчас его... Ну давайте, я кое-что придумал. А, зайдется ли Огром только на тот сервер, интересно знать. На Restorm Water. Я его сейчас сохраню и перенесу, потом дотестирую. Сейчас монаха осталось только. Неимоверный урон показать вам. Вот смотрите, прикол в том. Видите, был Гион дамаг. Плюс 2. А здесь оно должно плюс дамаг тоже добавляться. Но, ну сейчас я не буду уже переделывать чары, долго очень делал. Я просто его сохраняю и покажу вам, как это работает на самом деле. Что я имею в виду. А потом продолжим. Надеюсь, тут ничего не собьется, а может сбиться запросто. Это плюс правки сервера и все. Это мы убираем, это я тестировал вчера как раз. Дворфов. Лишних убираем. Так, еще есть лишние. Этого тоже убираем. Гунаков всяких. Что за гунак? А вот где орок? Это какой тест у нас был? Тест 30-30, я помню тест 30. Вот они. Вот он. О, минутку. А чё? А, вот он. Оргия. Вот он. Так, лишних не удалить. И вот теперь, ну-ка, зайдётся ли Огром? О! А чё это делал Огром? Так, ну давай быстрее эти победи. Чё-то так еле-еле идёшь-то. Вот теперь я вам покажу важную штуку. А, вот, оно тут даже и нету, это. Странно. А почему тут? Ну вот теперь должно. Смотрите, дамаг и все дела. Потому что перформ 9 сохранилось у нас. Есть перформ 9. Сейчас вы увидите, что дамаг растет. Это значит правка сервера все-таки. Ё-моё. И страйк. Вот смотрите, дамаг сейчас точно будет. Уже, наверное, плюс 2 даже. Ну-ка, читаем сначала. Плюс 1 дамаг, это перформ 3, бар трейл. Плюс 1. 9. Плюс 1 дамаг. Должно 2. Вот сейчас. Сейчас должно быть плюс 2 дамаг с этого, с песни. Во-во-во-во. Есть. Работает. Дан. Могу опять я так делать? Нет, вот так надо было. Растет. Все считается. Можно было не заходить сюда на тестирование. Тут, кстати, до 40 уровня можно протестировать. Ну ладно. Это я вам показал, это показал. Нас ждет впереди еще очень много будет. Ну не сегодня, не завтра. Уж мне надо отдыхать тоже. Сколько можно тут. Вот здесь-то я и рос когда-то. Все узнавал. Азы, базы, азы, как говорится, азы, как японцы говорят, азы, азы. И теперь, пойдем туда вернемся, на этот уровень, ой, уровень, был сервер, что на этом ты нам делать? Ну, на этом я миллион билдов создавал, у меня их не есть за 100, ну, что быть голосовым, но это не вся пачка вот этих вот, это не вся пачка вот этих билдов, вот ДТС пошли, это мои, это не вся.
Мы уже, кстати, на 30-й переходим, а тут до 70-го дошло. 70, да. Ну, потихонечку переношу их, переношу долго. Это мое. Я нашел себя в этом билдинге. Лишь бы не забанили, и лишь бы он существовал долго. Да, все не весело, весело ничего не существует. Потом сменится на какой-то другой наверняка. Ну вот она, моя разработка личная. Дамагер. Сменится точно, ничего не весело. И этот сервер может потом смениться на другой какой-то, будет, например, этот закрыться, ничего не весело. Тот говорил, зачем сюда подпишать другие сервера один. Как раз я, наверное, все-таки запостил уголок этот билдера на сервер, на этот группу ВКонтакте русскоязычную. Особо не люблю, потому что русскоязычные прицепляются. Но у нас есть такое, потому что тоже умные считаются, они самые умные. Но если хорошее замечание по делу, да, культурно, вот эти. У нас без культуры в основном в России. Но я запостил, все равно рискну на свой страх и риск. Надеюсь, меня не будут там сильно ругать. Если по делу конструктивно, культурный диалог, умный, приятно быть умным, как говорится, то да, я буду диалог вести. Если нет, может, удалю вообще эту свою тему. Посмотрим, как она существует. Культурные замечания без наездов. А то у нас в России вот это вот я не люблю. Поэтому в России я обычно не постю эти вот билды и все. Свои заграничные запостят. Там люди с пониманием живут, друг к другу относятся более лояльно. И меня поприветствовали даже там все. Иностранцы. Они более добрее, я тоже добрый человек по своей натуре, потому что я с природы родился, говорю еще раз, в тайге, где не было ни домиков, ни людей, никого. Вот только отец меня там родил, и все. Корни такие деревенские, в тайге. Деревня там одна глухая есть. Вот, не буду ее палить. И я больше натуральный такой добрый, есть исключительный человек, по своему характеру добро. Это добро. Ну, бывает иногда, да, своеобразные. Эмоции когда накопятся. Ну ладно, все, что себе. Вот. Поэтому я избрал давно уже в своей жизни, как в реальной, так и в виртуальной, путь отшельника, одинокого человека. Потому что мало кому доверяю в жизни. Ни с кем не знакомлюсь, привязанности и так далее. Ну что себе-то? Обязанности, привязанности, не завязываю себе на знакомство. И мне так спокойнее одному твориться, кто не отвлекает своих мыслей. Все, я нашел в творчестве. Так, ладно, смотрим листен. Спот мы там подняли, уже не будем. Следок он disciples. Правильно ли считали? Ага. А почему у нас осталось только... Можно было, даже нужно было, или не нужно это, все вкачать лишнее. Пригодится. За место чего-то там... Ну-ка. Давайте еще DLL один всего лишь, и уже закончим с этим, в натуре закончим, сколько можно. И будем уже тестировать. Можно в хил поднять, но нафиг. Мне важнее, вон, что поиски. Хил тут вот с этой можно. Ну, вообще, с аптечек, конечно, надо, так-то надо. Но это уже мелочи, это важно, это ли мелочи. Кому как нравится. Я деревнюсь на 28-й. Ой, только не ошибиться, а. 28-й. Ой, вот эти боишься. Теперь я что делаю? 4 у нас лишних остается, я их серчу-то хочу, чтобы ловушки еще находить. А серч у нас как раз, наверное, от интеллекта, да, зависит. Я вот и не помню от чего. Интеллект у нас чуть-чуть хоть повысился. Да, вот это я говорю, для чего интеллект. Интеллект тоже для чего-то нужен. Интеллект у нас. О, вау! Поднялся. Хорошо. Значит, серч будет 6 или 7 даже там. Сейчас посмотрим. Более еще можно поднять с чего-то там интересно. Фокс, по-моему, с лисы. А, декстерити, это у нас кэт-грация. А, я вот эти вам перечаю в бутылке. А, харизма это овал. Нет, овал это визом. Харизма это яголи, орел. Овал это сова. Вот они как-то связали. Интеллект это лиса. Декстерити это кошка. Ловкость. Здорово. Стрэндж это бул у них. А конституция это... А это чего? Бер, что ли, или еще там? Ну это я про не поти он говорил. А, нет, вот кэдград. Ну, я не знаю, с чем связано. Здесь ни с чем не связано. Я бы связал с медведем, например. С животными все вот эти вот характеристики сами. Ну все, 4 в силу. Ой, в это оставляем. Серч. 4 нам надо. А сколько у нас интеллект? 2, 6, да, вот. Все верно считается. Вот оно правильно. 2, 6, 4 в серч. Спот поднимаем по максимуму. Видите, у него бесплатное просто дается, вот почему пришлось вернуться. Listen. То есть у него не бесплатно, а по одному всего лишь.
Ну все, остальные туда вкачаем. И теперь поднимаем монахов наконец-то, идем тестировать. Наконец-то, неужели я дожил до этого? Сколько часов прошло? Ну, это и есть билдинг знания. Тем более, если в чем-то новом. Тут не обязательно больше этого поднимать. 30 хватит, потому что каждый. А минутку. Вот сейчас важная штука. Там был 20. А, ну здесь у нас она от декстерити зависит. Там был 20, а теперь, если 30, ну ровненько как-то совпало. А, ну подождите, может и не ровненько. Но здесь вот как раз только вот это вот, каждые 5 считается. А там уже просто заклонение от атаки, как пройдет. То есть от атаки, да, спасешься, нет, кувырком на ДЦ. Важно на штуке. А вот это важно вот здесь только. Здесь можно даже не делать больше 30. Это точно. А С, так вот сколько было? Вот смотрите, значит, вот 25, это плюс 1 сейчас пальцы будет сгибать. 2. Вот сейчас должно по 23 АЦ быть. Все. Все. И там не важно, что там дальше будет. Больше 30 не обязательно. Это я вам говорю. Ну здесь 10, потому что не обязательно. Ты на релитке. Ты стрелял кап 30. Так-то, конечно, там 40, но. Так. И дисциплина 1. Во! Уложились. 0 осталось лишний. Мы все же там добрали. Здесь не обязательно. Сейчас должно 2. Мы загнули пальцами, я вот держу. 21 плюс 2, 23 АЦ. А, и сила 42 у нас будет. 42 плюс 16. Идеально, все идеально. Но можно взять Epic Skill Focus, дисциплина, это плюс 10 далось бы. Минус угоду, тут и так силы хватает, чтобы нас не роняли. Ну нет, или за Overpower Critical, но это рассчитать можно. Я пока тестирую по силе, дамаг мне важно. И можно переделать, я говорю, это все от вас зависит, от вашего ума. Как вы хотите, так и переделайте этот чар. Это просто наброски. Это просто почва для дальнейшего ума. Развития. Чем мы там сказали? Плюс 2 должно это быть. 21 плюс 2, 20, 23. Здесь должно быть 42, 16. Дамаг неимоверно вырастет. 16 и вырастет. Вот это модификатор. Вот сюда вот переносится. Дамага. 16 и будет сейчас. Ну плюс атака 37, наверное, будет. 36, потому что так бы выросло, возможно. С уровня и с уровня монаха и от плюс от этого еще 16, да, 37, наверное, где-то будет. 37 плюс 16 будет 23. Ну и хп там сколько-то, плюс 9, ну еще 9 плюс 18, 268 хп. Ну все, смотрим, все ли правильно посчитал. А 36 все-таки 36, 16, 23, 258. Математика. 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 Одеваемся. А теперь импровит пара, так вообще. Если она плюс 10, добавляет 26, неужто? Да что вы еще шутите? 26. Одеваем его теперь. Одеваем. Ну-ка, а теперь вот эту еще забафаем. Это у нас плюс фортитуда сави будет. Ага. И виздом. То есть вилл, но вилл от визда зависит, воля. Фортитуда зависит от конституции, кстати. Чем больше конституции, тем больше фортитуда. Ну, телосложение. Рефлекс зависит от декстерити, или маловато. Потому что у нас маловато декстерити. Вот она, математика. И это у нас перформа хватило тут 9. Не надо больше. А там был 28, но все равно, видите, добавилось оно. Все равно 2 добавилось. Я же говорю, что там важно. Что-то вот тут важно, наоборот. С этих можно поднять. А вот что-то это, вот смотрите, самый прикол, там было чего? От декстерити. Если мы сейчас выпьем декстерити, ну, у нас монах тут и так поднимется, АЦ. Ну, смотрите, прикол, ненадолго просто. Да, АЦ 10, там плюс 0, вот, там был уже 30 как раз. А еще сейчас? Нет, это, мне кажется, не предел 10, 11, наверное. А, это же тоже рефлекс вырос, да? Это не предел, такого тут не бывает, это 11 или что, вот сюда он добавится. Вот, я же говорил. Теперь смотрим, одеваться начинаем, хватит уже баловаться. Нет, давайте все по порядку. Запомнили 11 цифру. Сейчас я дойду до тестирования, болюю. Эмоциональный. Все понимаю, близко к сердцу, пропускаю все через свое сердце. Все чувствую. Я вот, у меня плохое зрение, очень плохое. Но чувство развито. Так,
особенное восприятие фильма. Ну что, так, не так, вот так, вот как надо. Теперь мы что, сначала, нет, отключим пока, чтобы дамаг вырос. Ого, у него что, атака-то неплохая, кстати. О, писать-то потом, сколько я сейчас еще писать-то про данный билд, сколько его плюсов и минусов, и как я создавал. Ох, я сегодня к вечеру, наверное, закончу. У меня сейчас родственники должны приехать, мы по делам поедем. Матра, о, кстати, сегодня 21 число, потом видео на аэробике будет снять, отдельно. 21 мая 2019 года. Я наконец-то меняю матрас. Накопил с отпускных. Купил, у меня это старый уже все продавился весь. Ну это в реальной жизни небольшой отменный. Матрас наконец-то. Вот я дворником работаю, курьером. Ну в кавычках дворник. Курьер. Мало зарабатываю 10 тысяч рублей в месяц. Половина за коммуналку уходит, половина выживаю на гречке. Ну я показывал. Может и из реальной жизни. Ну я уже просто привык к этой работе. Более 20 лет, наверное, работаю, не хочу менять. Потому что тему другую уже знаем, а то говорит, всегда хорошо там, где начнет, место потеряешь. И все, а тут скорректив, все, начальство, группа знаем. Ну все, не важно, одеваемся. Но это важно, конечно. Ну что, вот, блин. Я уже привык к такому образу жизни. Зато не переедаю, и все, в гречке. Стабильный заработок. У нас в основном не растет заработок. Вот. Цены самое что дорожают. Да, да. Ну не здесь немножко тянется. Я все равно жизнерадостный, привык, даже к такому образу. Привык, просто привычка. Вот и все. Кто-то говорит, плохая привычка, но... Зато не передаю. Зато некоторые говорят, мы, блин, все стареем, ты как-то молодеешь. Я говорю, так вот, не на что особо кушать, да все. На этом, на гречке она просто полезна, не зато не передаешь. И раз в день теперь ем всегда почти все. Потому что вот, из-за этих людей, за все, даже не хватает два раза поесть. Я говорю, ну зато не полнее. Мне стройному легче. Был полным, было тяжело. Так что не жалуюсь. Все, хватит, это было сцепление. Одеваемся. Смотрим АЦ. Угу, началось расти. Вот тут вот АЦ, кстати, видите, он. Это у нас hide move добавит там, неимоверно. Это у нас, вот смотрите, hide move. Hide move. Ого, а я их не вкачивал. Зачем они? Но все равно будут. Даже не вмещают. Потом хаст АЦ добавит. Сколько, кстати, 4 дает? Как это? Хаст АЦ добавляет. Это еще АЦ, что ли, наложено? Нет. А нихрена он хаст добавляет 4 АЦ. 34 стало АЦ. Сейчас будет все расти. Теперь атака будет плюс 1. И Соник дамаг. 37. Соник дамаг. Теперь это реагент чисто. И дамаг редукшн. Ну, у меня дамаг редукшн поглот. Это из вещей. От поглощения урона от плюс 5 оружия впитывания 10 дамага. Смог. Надеваю. Ну, реген. Ой, мне кто-то звонит. Паузу надо сделать. Алло? Никак. Все, мы договорились на 4. Никак. Это важные люди там. Директор фирмы. Директор фирмы. Ну, на дом обороны я тебе потом покажу. На дом обороны ехать. На дом обороны я тебе покажу. Возле дома обороны кольца. Ну, подожди сейчас туда.
ладно, реально жизнь. Я нервничаю от этих видеоигр. Мамочку накричала. Ой, ладно. Ну, наверное, просто водитель, поставлю мою машину, будет. Да он приедет, а я еще что-то. Эти видеоигры, да, надо от них уходить. Уходить. Говорю, реальная жизнь важнее, всего лишь раз живем. Оценить надо. Так, регенерацию на день. Как бы, ладно, продолжаю, извиняюсь. Реальная жизнь, реальная жизнь. Я почему я должен перед мамой извиниться, передумать? Ну перед этим. Так, Strange плюс один добавляем. Конституция плюс один. Это за крафт у меня есть. А что я тут больше не нашел? Пока как. Не особо не разбирался с крафтом. Ну, вещи можно и так где-нибудь найти получить. Так. Конституция. О, сейчас 14 как раз вырастет. Сейчас вот смотрим сюда, вот эти вот параметры. Сила будет 43. Конституция. Потом я извинюсь перед мамой, не волнуйся, все будет. Когда в машине уже вместе поедем, все и расскажу, покажу, куда ехать. Ты накачал, говорю, немножко буду занят. Нервы. Вот так. Вот даже ролик был посвященный маме ВКонтакте социальных. Я его одобрил, все. А сам-то такой же получается, что там отвлекала мама, когда он тоже работал в компьютере. Говорит, да мама, не мешай, я занят. А потом извинился. Она говорит, я тебе тут и покушать приготовила, сварилась. Мама, я занят сейчас, мама все отвлекает. Вот можешь посмотреть, это. Спасибо маме или как. У меня даже этот видеоролик вылаживал, много просмотров собрал. Ну, он не мой, но станет. Спасибо маме или как, там, день матери. А он говорит, не отвлекай. А потом все-таки извинился. Потому что мама-то добра желает. Ну так, смотрим. Сила сейчас добавляется. Это было тоже, это жизненное. Сила, так, 43 будет. Конституция 14 плюс 2. И сколько это хп вырастет? А, это концентрация плюс 2. Конституция не сделал. 43. И теперь, я думаю, что такое? Стрендж плюс 1. Вот сейчас вырастет, значит, атака будет 38. А здесь 17 будет модификатор. 38 плюс 17. Еще больше будет. Смотрим. А, 44. Какие? 44 плюс 17 будет и 38 атака. 44 плюс. Ну, все верно. 17 замок. Вот эта механика. Я еще без этого, да? Теперь импровит пару атак включаем. А, ну сейчас осталось только вот этот надеть. Ну, с этим, кто он там. С поглотами. Против станнеров. Давай, всякий случай. Дамаг резистанс, помните, вырос. А дамаг редукшн, это вот с этих, да? Да, да, выросло. Потому что здесь... А, так вот оно в чем... А, так тут дамаг редукшн, а тут дамаг резистанс. Вот оно почему так и срабатывало, теперь-то я забрался. Когда разобрал все по полочкам. Дамаг резистанс, дамаг редукшн. Во как, считается, здорово. Ну-ка еще кричит, боевой суд. Сокрушу твои кости. Разрушу твои кости, ничего. Ну, а теперь самый прикол, 44 плюс 17, теперь включаем вот это вот, 27 уже. О-о-о. Но это не предел, мы еще не забафались, и теперь начинаем бафаться. Самый, начинает смак. Не-не-не, это не предел. Это не предел, сейчас все будет расти, расти. Это не предел. Грятер был. И поехало, пошло. 51 должно быть. 53? Схренали. Охренеть просто. 30, 51 будет дамаг. Смотрим дисциплину без, даже без скилла этого взятого. О, видали, 54. А так было 64. И это на 30 уровне, не забываем. Если, а там бы вообще не умер, много было. Это, я вам говорю, еще без эпической дисциплины. Уже мало кто уронит. А 64 было бы с эпической. Ее не обязательно носить брать. Но обязательно, ну, лучше взять, приобрести. Я не знаю, ВМов сколько тут. ВМ, Red Dragon Disciples тоже какой будет. Атака. Ну, плюс 20, не забываем, что может быть. Этот монах. Да еще сыпай включил. А, кстати, его неплохая, уже 42 атака. 52. О, я уже могу уронить. Это почти что. Плюс 20 на 20-ку. А ВМ у них до 60 плюс атака. Так, мне, значит, надо поторапливаться, сейчас за мной приедут. Я что-то задумался. Все, сейчас в звонке думаю об этом. Так, что-то я плохо закрафтился. Ну-ка, вот это вот. Ты знаешь, что 11 нужно? Мало купил этих всех. Тут 13 можно, точно знаю. Или больше даже. Да. Тут 11 можно, значит, поднять. Это я уверен, больше, чем
Да. А тут 16. А где, тут, наверное, уже предел конституции. Нет, 16, значит 17 можно. Я уверен. А, 18 что ли там стало уже? Так что такое-то? Фига тут спасы выросли, эти то есть ХПшка да все. 19, значит, можно. Это точно. А сколько она по длительности, по времени действует? Потом мне надо тестировать сейчас уже идти. Ну что ты будешь делать? 19 никак. Ну здесь 19 должно вырасти. Я вам говорю. Нет, я уверен, что 19 должно. Это лотерея началась тут. Да я уверен, что 19 должно. What can I do for you? Ну что ровных цифр тут не бывает. Ну то есть с этой. Может и бывает. А, нет! Если ровная цифра там стоит, то она за эту. А, как не бывает, а что я говорю-то вам, рассказывать, рассказывать. Я вспомнил. Если ровно, смотря сколько там базовая стоит. Я уже забыл, у меня базовая конституция, сколько лайкрос все выросло. Ну может и будет 19, не знаю. Вообще, в бутылках особо не выбирайте. Ну все, хватит уже, а. Все, ладно, 18, что не устраивает. Обязательно тебе надо цифру увидеть 19, да? Ну, может, никогда не выпасть. Может, и есть это предел уже. Нет, все, нет. Это и есть предел, потому что, значит, там неровная цифра была. Или, наоборот, ровная. А, не ровная, значит, там была конституция. Я забыл, сколько было базов. Не буду я сейчас отдыхать, потому что долго. И все, вот, некогда мне. Сейчас просто идем тестировать, наконец-то. Наконец-то. Сейчас, знаете, сколько будет дома? Свершилось. Все, есть игроки? Нет. Я бы с игроками. Знаете, сколько дамаг будет? Не знаю сам. Ну, не меньше 50. Выдавать просто дамаг. Ну, естественно, не меньше 50. Без критов. С критами еще не знаю, сколько будет. Надо голыми вообще потестить. Голыми. Давайте руками. Вообще без перчатки. Пока что. Голые перчатки. Потом надеем, еще больше будет. Уже должен выдавать. И, кстати, это анти... Потому что у нас вот эти... Кистрайк, еще раз напоминаю, последний раз. Это пробивает дамаг редукшн. Плюс еще дамаг сверху от силы. Это дамаги. Видите, против агая на секретуре дамаг редукшн. Против существ да, с поглощением урона. Ну все. Голым сейчас поймем. Анималс. Как обычно наши эти. Ну, мне кажется, он быстро ляжет. Ну пока одного. Ну что вот это такое было? Ну, наверное, с меня все с него. Какой-то диспел наделает тут магию вот эту, с магией. Зачем на арену? Это вот тут вот она выбирается. Это не надо лишнего. Ничего с меня не сняло, надеюсь. Вроде не сняло. Мы из-за бафа. Можно без бафов было чисто пока потестировать. Ну, давай, один на один. Давай, пойдем вот здесь на арену. Сейчас будем дамаг чекать у него. Неужели это свершилось? Так долго? Давай, Мишка, подходи. Смотрим. Вот, смотрим, дамаги. 46, не должно их, вон 51, видите, 50-ки, 52, просто так, 50-ки, 52 раза ударил, уже 100, минус хп, минус 100 за 2 раза всего лишь, ну, и неплохой этот у него, о, этот, атака неплохая, это еще без вещей, я сказал, здесь еще, голым, мне надо крит еще увидеть, без вещей, теперь будем второй тест, тест номер 2. Станем кис, например. Ну-ка, ДЦ сколько? Все равно пройдет сейчас. Во, критикал. Ну, под 90. Не прошло. Сейчас еще. Нет. Станем кис слабый, потому что это не станер. Но он пройдет точно, говорю. Все равно пройдет. И... Ну-ка, смотря сколько у Мишки. 12. А что он тут прокидывал такие охренительно? Большие спадбарки, ему везло просто. Во, сейчас так сразу. А теперь криты бы мне еще увидеть, крит. Пожалуйста, крит, выпади. Ну сейчас как раз мы станем. А теперь кнокдаун, тест номер 3, кнокдаун. Ну как, крит. Теперь мне главное крит увидеть. Это еще голым персонажем, крит. Critical hit, I want critical hits тест. Тест time critical hits. Да блин, ну зачем вот это? Как снять вот эти эффекты, а? С арены. К
Кто арену здесь наделал эти эффекты? Ну вообще, конечно, чарта не особо это. Во! 95 был, под 100 критикал, без арены. Ни хрена себе, не, серьезно, я говорю вам. Под 100 критикал выпал. Мне бы комбат думе, чтобы это потестировать. А этого дамагера можно сделать через, например, через... Не через монаха, но мне монахи нравятся. А через БМа, вот самый дамагер. БМ, Red Dragon и Cycles, вот вам где будет самая сила. И смак крита через косу можно на 5. Вот, вот она будет, та самая 500, за 500 вы можете крита. Видите, раз 50 сила. Это только 30 уровень. Да давайте 2 сделаем. 4 всех. У меня все равно дамаг будет. Все. Голым пока что. Пока это что тестируем голым. Забираем. Во, 112 крит. Это максимум. 100. Голым персонажем крита. 100. Соточка. С какой-то веки соточка с крита. Я такого еще не видел с этого. С безоружного удара. 100 снял. Просто 100 снял. Так тогда флюри было включаем без уже этого. Вот теперь самая движуха началась. Нам было музыку включить. Вот, смотрите. Это самая движуха. Ну это дамагер. Видали, как быстро заложил их? Вот, буду на счете по 50 дамага внести. Осталось потестировать... я Bard Song забыл наложить. Bard Song, чтобы понизить им. И спас, и все. Ну-ка, еще один тестировать. Сразу 4 тоже, давайте. Bard Song, тест номер 3. В курсе Bard Song. И простая Bard Song. Так, все, мне надо сейчас вообще-то ехать. Bard Song. Блин, быстрее. Простая Bard Song. Ой, а что фортитуда не добавилась? Она уже и так, что ли? Нет, должно все равно было. А теперь курсе Bard Song. Вот, теперь у них все понижено. Теперь... Да, спас броски. Ну-ка, стоп. Сколько теперь-то у него прошло? Вот, спас бросок у него 14 стал. Ну не все ли понижено? Минус... Вилл Сави, минус 0. Да, минус... Вот смотрите, что самое интересное. У него 14 было. Спас бросок. Так, а вот у тех мишек... Ну-ка, вот у этого. 14 тоже. А у кого там понизилось спас бросок-то? У меня сейчас уже не останется. Ну-ка, где там целые мишки? Изначально сколько у них? Во, 15, я же говорил, значит работает. На ком работает это? А я вот не заметил, у меня фортитуда сайни выросла. Вот от этого. Во, сейчас, ну-ка, 23. 22, да, растет. Ну-ка еще раз. Ага, здорово, это все барда. Бардовские песни. А еще можно обказ барда, я забыл совсем. О чем мы еще потестируем? Курсе сонг я потестировал. Сокрушение я потестировал. Не оттестировано. Критикал хиты. Ну я увидел критикал хит за 100. Нет, уже не надо ничего сделать. Я-то просто на вот это вот сделал. А, у меня колесо вот еще есть. Я забыл совсем колесо вот еще хотел. Чтобы вот на этом, например. Ну-ка, колесо. Это станет хит для меня. Колесо надо, чтобы не догоняли меня. F4 нажимать. Да уже F4 надо самому нажать. Вот мишку сейчас за колесочек. Без тогда, без... Надо без випы, без ничего. Попробуй по атаке випа. Ого, я растестировал. Сегодня грамотно все, да? Согласитесь со мной. Тест грамотный был. Все. Какой тест грамотной постройки, да? Грамотный. Колесо тестируем. Просто колесо, без всяких. Чтобы меня персонаж не догнал. Все, пару колесотов его сделал. Попробуй перезагнуть. Видите, уже он еле ходит, я бегаю. Значит, скорость монаха. А, спел дистанции сколько у меня стало? 27, ну, средний, конечно, но пойдет. 18, жаль, что монаха нету, чтобы... неважно. Я сейчас наделаю это. Осталось потестировать свитки барда. Еще что-то хотел, но уже забыл. And test numbers 4. Scrolls of Bards. Это для иностранцев, я все-таки играл. Читаем свитки. И мне вот надо вот тут, но где она есть такая барбарская хиль? Или я могу... Вот она есть. Плюс... Быстрый счет не может быть. А импрув визибл. То есть концепт уже сильнее 50%. О, есть даже Тони Скин.
Ну это хорошо, там кожа. О, improve invisible. А что я забыл tracing? А, tracing я не могу упасть, тут не хватает. Но надо. Или magic device skills. Или больше уровня в барби. Не хватает левого качества, что и МД не хватает. Девайс использованы лично, которые. И вот эти тем более. Сколько здесь надо для мордекайни? Висикман девайс. 10. О, таймстоп, с чего я тогда могу видеть? Что за хрень? Оно для всех, что ли, можно видеть? Я тогда не понимаю вас. И в Пикби почему я могу юзать для всех? Я фикса не понимаю этого сервера. Во, можно даже эту заюзать. Минор Глоби. А я ее кого-то когда приобретал, все он так бесплатно. О, даже вот эти можно что ли заюзать даже. Свитки. Перестарать его надо сделать. Вот лесер. Этих врагов. А просто рестор где-то. Стирайте, когда нам АБ добавит. А кстати, сейчас посмотрим, потестируем, сколько в АБ будет. А вот еще броня. У нас же брони нету. То есть натуральная броня добавляет или что? Я тоже могу тестировать долго, бесконечно. Просто сейчас мне уже идти, надо, я бы тестировал. Плюс 11. Еще shield. Щит где? Давайте щит тогда. А, ну вот и все. Клистену спотовом. Плюс 10, еще поверх. Все, плюс 30 что ли будет? Да ну не верю. Вот это вот. Рожок Болгорна тогда где? Если есть понижение, то рожок Болгорна ронять всех врагов. Знакомую силу понижение. Минус 20. Рожок Болгорна тогда хочу. Где он? Вот он. Ну да, это все тестируем. Щит я нашел тебя. TrueSync. TrueSync вот с этой тогда скасил. У меня есть такой на. Так, все по-быстрому, мне надо заканчивать, сейчас ко мне приедут. Еще вырабатывать данное видео. Наверное, вечером мы его обработаем. Сейчас посмотрим, сколько АЦ добавит или не добавит. Надо. Быстрее, это сейчас у меня спадет вот это все. 38 АЦ неплохое уже. Ну-ка, а щит-то мы можем скастовать, кстати. Ну куда я его делаю? Не вижу щита. Я ж купил щит. Я армор не вижу. А, вот щит вижу. Сначала армор. Вот он, армор вижу. Ну-ка. Добавить или нет? 40. А щит еще добавит АЦ? 40 уже АЦ стало, видите? А щит? У меня же нет щита, добавить, по-моему, да. Вы видали, под 50 уже АЦ стало. А теперь самое интересное, скиллы. Кто тут пришел? Дайте этот. Ну ты, это, не знаю, он под экстеричем. Так, теперь смотрим, скиллы. Можно уйти в это, можно камни кожу наделать. А вот теперь самое интересное начинается. Listing spot смотрим. Слух. Ну-ка, мне больше слух нравится. Против мой санс. Кому-то хайт, чтобы видеть. Спот нравится. А я мой санс. Мне нравится слух. И мой санс мне нравится, не с хайда. Не обязательно даже хайт. Спрятался, отбежал, да и все. Куда-нибудь за это. И спокойно ходишь в хайде. Ой, в муви. Сайлент. Тебя никто не услышит, не увидит. А если спрячешься, вот за это забежишь, за это какую-нибудь там преграду или что. И спрячешься, и ходишь. А хайт надо, чтобы вот. Вот здесь вот увидеть. Если у тебя нет сетов дансера. Ну, вообще, конечно, листный спот тоже надо. Оба лучше. Так же, как и хайт мув. Не буду. Так, ладно, смотрим. Добавить сколько теперь? Клаймори у нас должно добавить плюс 10. Сейчас должно листен 43 быть. Спот 49. Листен 43. Вот 49, все верно. Теперь бардовскую фигню мы кастываем. Аж плюс 20 должен. Слух.
63, что ли? Да ну, жизни не поиграл. Сколько она длится? Один раунд делал. 63, что ли? Нифига барды такие живучие, действительно. Убер-классы. 63, что ли, будет? 63. Блин. А, все, уже снялось сразу же. А почему это 53? А чё, почему оно? Видимо, больше не чекается. Ну и теперь тогда... Еще надо одну, я не понял даже. И теперь мы попытаемся... Теперь мы вот эту вот еще True Sync, который добавляет тоже сколько-то тут. Надо почитать в фиксах, сколько он добавляет. А, так я сейчас сам увижу, сколько он добавляет. Spot 39, Listen 53, теперь. Spot сколько был? 39, я сказал. Теперь 54 стало. Вот сколько сюда добавляет-то? Спот 39. 15 что ли добавило? Так, 40. Ну 40 сейчас было. Плюс 15, 55 было. Да, 15 добавляет. Теперь я прочитаю про True Sync Fix. Неужели правда он столько добавляет? 15 на данном сервере. Ну все, это интересно, конечно. А, так мы еще не тестировали вам, с вами. Это мы голову тестировали, а еще надо было. What can I do for you? Я забыл. А вот они. Бар спелы. А вот бар. Да. Так, листен 53, спот 39, листен, теперь вот сколько станет звук? Я не то нажал сюда. Вот это вот надо. А что такое-то? Оно уже не добавляет больше. Потому что... Ну что, я уже с этой штукой. Теперь мне осталось вот это вот потестировать. Закрафтенную. Ну-ка, 42. И плюс один Бессоник. 31. Ну теперь-то вообще, сколько крит выпадет? Ну уже было за 112. О, все спадать стало. Долго я это возился. О, 54 даже стало. Куда уж больше-то? Нет, 11, 11 можно. Давай 11, пожалуйста, выходи. Нет, не было. Это так 17 будет держаться. Видом сколько? 12. Да не важно. Теперь мне надо главное вон поднять этот декстерит, еще прикупить бутылочек. Я пойду тестить по максимуму. 54, 22. Дисциплина 55. Слушайте, вообще что-то сила с ним уверенно куда-то выросла. 60 уже. Что происходит-то? Что происходит, парни, у тебя-то? Сколько тогда крит сейчас будет выдавать с закрафтом? Вот, да я тут могу всю жизнь сидеть. Мне уже надо двигаться в реальной жизни. Что такое происходит-то? Что происходит в натуре? Я не понимаю ничего. Почему сила еще выросла куда-то? 12, не обманешь весь, я знаю, капает. Ой, конституция еще выросла. Я не то съел. Вот, все. Ну, получим. А теперь... Голова может потестировать сколько. Ну, уже за 100 я видел крит. Смысл-то голову тестировать. Ну, хотя можно еще. Сейчас, правда, он придет сюда и помешает мне, наверное. Я уже видел голову. Раз. Два. Ну, хоть не диспел происходит. Три.
4. Не, надо движуху начать. С музыкой. Веселее будет, я вам гарантирую. Понеслась. Круиз Пауэр так включена. Надо крыть, чтобы прошел. Из десятки. Вот. Ну, я видел под стол же крыть, это не. За 100 мы его снова видели сегодня. А где четвертый? Быстро он расправил, а он четвертый. Это голый персонаж, не забываю. Ну, то есть без этого, без оружия. Не совсем голый. Больше можно, десяточку, давай десяточку. Нет, десяточку я пойду тестировать уже сейчас, когда одену все перчаточки. Мне надо соточку убить. Я видел уже соточку. Да, стол. Странно, как вот, то есть тоточка, то нет. Было 112 критов, но это по максимуму. Во, все, я соточку убил. А теперь будет больше еще. Ну не надо больше 4 мишек. Куда угодно, 4 мишки. Все, одеваем перчатку, закрапсим. Она у меня закрапсена на звук, потому что звук мало кто резистит. Здесь это мало кто. Или девайн обычно. Вот, все это максимум, что я могу сделать, заново сделать, выжить. Дамагер билд. Четверочку делаем, теперь со звуком еще будем. Раз. One. Два. Two. Три. Three. Четыре. Four. Last. Test. Он туда едет. Full. Дама. А ну-ка, тогда full dog full. А, блин. Ну ладно, так пойдет. Еще можно было взять. Все, ну-ка смотрим. А чё крит-то? Не 100 даже. Со звуком вообще совсем нет. Где звук? Где-то крит-то за 100. Почему не увидели со 100? Во, увидели. Теперь 100 проходит чаще. Ну еще надо бы... Барцон, тогда ладно, давайте. Ай! На сегодня я не могу больше юзать. Надо было поспать. Они, значит, сделали тут. Все, я больше не могу сегодня. Ну ладно, без песни буду. Я барды. Брат, тут зайдите на песни, вспоминайте. Криты давай. Криты даешь. 100. Замечательно. А теперь станем еще. Я его достанем. Все на этом, это замечательно. Должен добить, успеть. Пока он... Да, и 100 крит. Есть. У меня хватит все. Я потестировал все, что хотел. Ну можно было сюда добавить дамаг от песни. Там еще, кстати, больше он дамаг, кстати, растет. Ну-ка. Вот, дамаги, роллс, еще 20. Еще растет. Барды, да, очень сильные. А это теряется минус дамаг, да? Минус 20, минус. Дамаги, да-да-да-да. Растет эта песня. Поклять, наоборот, у него песня. Барды-то у нас песенки. Музыкант. Все. Серо. Хватит на сегодня. И вообще я теперь долго следующий раз на отдых. После такого я заслужил отдых, это точно. Вот я, как всегда, селфи. Я заканчиваю. Всем спасибо за внимание, с вами снова был Закирович. А, надо вот так вот я делаю. Кто еще онлайн, есть, слава богу. И вот так вот я делаю. Вот, все. Тест какой там уже 30-й. До свидос. Спасибо за внимание, до свидания, так скажем. С вами был Закирович.